Всем привет, дамы и господа, меня зовут Антон Власов. А я Юрий Хованский, интернет-версия Решалы. Да. Так, 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 друзья. Я решаю вопросы, у меня было шоу «Хованский разрулит», я как ёбаный Вульф из «Криминального чтива». Вот сегодня с таким подходом я... Подход прямо чувствуется, настрой хороший. Сегодня будем опять разбирать кидалово. Решал, друзья. Сегодня Решала. Мы без алкоголя, мы... Баньку растопили, печку сидим. Это батя Гетермана? Да, мой любимый персонаж из всей этой тусовки, он прям такой, это, печку я с ней сегодня говорил. Да, он говорил, что она как живая. Она, да, мы с ней сегодня поговорили немножко, я решил не топить. Все было тепло, поэтому печка сегодня в порядке отдыхает, а мы переходим к просмотру нашей православной русской реакции на Решалу. Кстати, друзья, пока мы не углубились, так сказать, в Решалу. В суть, да, Решалы, хочу вам сказать, что этот выпуск мне скинули заранее до релиза. Он должен состояться 14 числа, сегодня, скорее всего, число 12-13, мы с вами смотрим опять одни из первых. Но это... Не одни из первых. Первыми. Друзья, вот это вот четко. Да, но опять-таки, я считаю, что вы всегда можете присылать самые интересные вам выпуски Решалы в комментариях. А присылайте, ребят. Новые это хорошо, но нужно один новый, один супербомбовый какой-то. Поэтому вы пишите в комментах, что нам посмотреть, что вам понравилось. Мы обязательно глянем. Да. Заставань... А, нет. Каждый раз она меня так это... Ты, он прям так появляется. Ты не выучил еще, что он ездит одним и тем же... Или ты уже решал ездить одним и тем же путем? Его легко вычислить тогда, чувак. Просто в 7 утра едет, решал... А ему похуй, я думаю. Пусть он такой, типа... А вычисли меня. Давай, такой, я тебя вычислю. Вычисли. Давай, ублюдок, мать твою. Да они просто за ним проехаться до конца его маршрута и просто узнать, где он живет. А ты приезжаешь, а там это свиноферма, бля. Тобой кормят, ёпта, свиней. Ты смотри, не играй с Решалой. Курс чертовски удобное изобретение. Особенно с учетом нынешнего ритма жизни. Ну где еще людям знакомиться? Но вы должны помнить, что на сайте знакомств можно найти не только пару, но и вполне серьезный геморрой. Со мной связался Егор. Короче, познакомился... Про когда пролапс у вас будет, когда у вас кочергой будет. Если вы познакомитесь с любителем анального секса... Да-да-да, вам, ребята, лучше быть осторожными. Я про девчон. Ну не, ребят... Ребята, нужно быть вдвойне осторожным. Втройне, ёпта. Ну, а геморрой, блядь, в основном, пацанов, а сидящий образ жизни. Да они и так на World of Warcraft этот геморрой заработают так хоть как бы. На сайте знаком с девушкой Алифтиной. А та изящно его избавила от 25 тысяч рублей. Я договорился с ним на встрече, будем выяснять подробности. Интересно, а есть такие истории наоборот, что типа какой-то парень типа фейковый аккаунт написал тёлке на сайте знакомств и развел её на 25 тысяч, блядь, или... Мне почему-то кажется, это полно, чувак. Всегда игра в одни ворота, блядь. Не-не-не, там говорят, не, ну можно развести тёлку на голые, наверное, фотки. Ну это, блядь! Сказав, что ты заплатишь 25 тысяч. Да, Тинькофф в качестве оплаты кредита голые фотки не принимает, блядь. Он бы настали тебе. Или принимает. Вот. Я бы так кредит понабрал. Пиздец, друзья, я бы вообще, блядь, такой, купил бы БМВ, блядь. Антон, ты зачем мне хуй отправил? Прости, Юр, кредиты беру просто. Рассылка, я набирал этот... Да-да-да. Юнивест Банк, блядь, и Юра вылезла, блядь. Сразу просто... Нужно как... опять это... приходишь, значит, получать кредит, сканирует паспорт, туда же засовываешь потом свой хуй, тебе сканирует его, чтобы... Очко разбегать. Очко, да, все. Тебе... На ксерокс прямо. А вот обидно потом, все смотрят такие, знаешь... Вам чуть меньше лимит. Лимит. Она такая, а почему? Они такие, ну вот как бы... Меньше. Вы услышали слово ваш лимит? Вам вот одобрили вот не 90 тысяч, а вот 40 всего 5. Или, например, не 17 тысяч. А где-то 12. А 14. Нет, 12, да. С процентами 14. При хороших таких процентах, когда... Мазью намазаться особой кремом. Крапивой побить себя и будет питаться даже больше. Лайфхак. Егор. Здравствуйте, Влад. Привет. Блин, я только что понял, что это Егор, это тот, кого кинули, а решил так прям агрессивно подъехал. Бро! Я думал, он вообще с мордой об капот. А прикинь, профилактики надо. Бах, типа, так, пидор. А, это же...
Егор. Он такой, я никогда в жизни никого не обманул. Если это так будет постоянно продолжаться. Какой-то бардак вообще. Да без проблем. Давай здесь поговорим. Расскажи, что за история с нами приключилась. Ну, решил найти девушку себе. Зарегистрировался на сайте знакомств. И написал сразу девушку, Алевтина, я думаю, странно. Вот, написала, разобщались. Так вообще, вот сейчас я, конечно, верю в то, что молодежи всякие эти тиндеры, хуиндеры, баду. Но когда были времена, когда мы сидели на мамбе, помнишь, типа, эти Love Planet, мамба, блять, и если ты написал тёлка, это 100%. Это ребята! Кидняк, блять. В смысле? Я наоборот был, беги мыть карася. Ах ты, блять, зря будет. Ну, если милфа какая-нибудь, может быть, но вот обычно это прям самый базовый развод. Типа, чувак такой, я мужчина с хуем, зарегаюсь-ка я на сайте знакомств, ему в первый же день какая-нибудь, знаешь, сисястая суперблонда такая, привет. Как вот, как дела? Давно как встали? Дела у тебя? А вот надо думать, кому не похуй, как у тебя дела, блядь. Просто нужно адекватно оценивать, блядь. Слушай, ну не знаю, у меня охранник был, когда я работал в Кее, он ко мне подходит такой, знаешь, типа, постоянно такой, ну, Антон, вот как бы вот как ты думаешь, вот смотри, девчонка такая, я ее это самое на мамбе в Краснодаре склеил. Говорит, такой, я уже ее выбил. Ну просто вопрос в другом сейчас. Я так и не понял, что он от меня хотел. Он просто, наверное, пришел покичиться тем, что он кого-то в Краснодаре там выбил. А это единственное, знаешь, он так показывает ее, да, всем, да, типа, да. Это. А Антон, просто... смотри, я ее выбил в Краснодаре в 2001-м, блядь. Типа того, да, я говорю, типа, ну, я говорю. Молодец. Я занят вообще, да, как бы. Сейчас некогда, давайте потом. Он такой, ну ладно, ладно, и такой ушел дальше, начал это. Ну, короче, ложком не надо быть. Вот этого чувака он сразу видно, бля. Он такой, я зарегался, мне сразу написала девушку красивая. Да, нет, я вам так скажу, если вам хочется кого-то найти... Шишку попарить. Просто, да, решили посмотреть кого-то на мамбе и уже хотели написать, просто, да, гоняйте шкуру и все. И как бы вам уже не хочется ничего, просто возвращать спать. Все. Спать там. В космических рейнджеров можно немножко поиграть. Да-да-да, нажимайте там просто на букву Т и ждать 12 часов. И потом уже вам похуй. Сама говорит, стюардесса вот работает, сама из Тамбова. Ну, хороший приходит. А скидка мне? Ага, все. Да, есть. Ну что, хорошенькая. Чуть решала, не по делу была. Там на аватаре, наверное, какая-нибудь порноактриса. Да-да-да, там прям вообще. Вот. Бергер стоит так, он, ну хорошо. Мы встретились в кафе, как приятно посидели. И она мне сама вечером пишет, говорит, ну ты мне очень понравился. Блять, ну такого не бывает. Ну вот просто вот насколько... Ой, как вообще ты не веришь в людей, Юра? Ну, правда, ну вот просто чувак такой, я зарегался первый день, сайт знакомств. И мне пишет шикарная барышня. Шикарная баба, ты мне понравился, давай, блядь. Ну вот серьезно, вот вы... А что делать-то тогда? Когда-нибудь с кем... сомневаться, чувак? Ну да, типа, блядь, шикарных баб надо называть. И как тогда? Никак. Ну вот, он решил, что как, и его 25 тысяч, 25 как тысяч. Не было. Бабы как нет, так и не было, а еще 25 тысяч нет, блядь. Москве. Ну как ты мелко. Мы как эти самые, блядь, шахматы играем, блядь. Так у него больше и не было, я просто к тому, что какого, Было бы 250, забрали бы 250, я думаю. Ты решал, хули так мелко-то работает, 25 косарей. Блядь, ну люди бедные, что делать, решало бы... Не, ну может быть, какой-то бабку там ограбил. Там, понимаешь, у олигархов другие решалы. Они обычно, типа, ничего не снимают на камеру, просто там с глушителями ходят, исполняют, блядь. Да, заказ. Ну, это не на речи духи, блядь. Вот это решало такой, пшик, и скрипали отвалились. Это решение, блядь. Сейчас, говорят, в рейс поехал. У тебя шутки. Мы с предоставились, она пишет, слушает, такая проблема. У мамки день рождения, а она там ей планшет заказала. И говорит, в Москве незнакомых, никого нету. Насколько, ну, не написала? Тёлка в первый день, говорит, ты мне очень понравился. А у меня завтра у мамы день рождения. Ой, блядь. Я хочу ей планшет купить, чувак. Ну насколько ты хуёв свой навострил, блядь, поебаться, что ты такой. Да, слушай, даже если мы представим, что действительно она ему даст за эти деньги, ну чувак, это 25 тысяч рублей. Это много. Это любая просто. Можно полноценные отношения построить на эти деньги, блядь. Да, ты можешь. Многолетние, на год хватит на недорогие цветы, кафе. Это тебе на год денег хватит, ты просто. А ты просто шаболди отдал? Ну да, да, просто такая, ты очень красивый, слушай, у меня завтра у мамы день рождения, ты... И все? Это все, что надо говорить тёлкам? Ты чем думал, блядь? Можно, говорить на твой адрес курьера направлю?
а ты оплатишь наличными. Ну и при встрече, когда я, получается, заберу посылку и с тобой рассчитаемся. Чего это странная история? Невозможно заплатить через карту, что ли, или что? Ну, объяснила, что проблема у нее с оплатой, с интернетом что-то. Да и я... Что-то с интернетом на мамбе сидит. Как это у тебя так с интернетом проблема, а ты... Ты же со мной, сука! Через интернет... Переписываешься! Нет, с интернетом хуйня какая-то. Хуйня с интернетом. Не могу просто деньги заплатить. Он весь работает, но вот когда деньги надо платить, он прям читает. Да, что-то начинает тормозить сразу, я не могу ничего проплатить. Не проходит шлюз платежный, как бы. Это раскакивает. Подвоха не видел, думал, планшет, во-первых, у меня, да и уже гарантия встречи у нас будет по-любому. Продали говно какое-нибудь китайское 2000, а он за него 25 заплатил по-любому, блядь. Вот так у него остался. Неудобно отказать было, уже так общаемся, не знаю, хорошо так, не знаю, близко. Два часа, блядь. Ну, привез курьер, я так понял, с курьерской службы. Ну, я ему оплатил наличными 25 тысяч. Написал ей смс-ку, что забрал, все такое, но не ответила. Думаю, врись, она... Она же в курсе, что ты забрал. Ей этот чувак смс-ку написал. Типа плюсик просто. Ага. Плюс лох. Или даже лох не писал, просто то есть, плюс. То есть чувак просто как бы продает планшеты люди. Да. Ну, вот нагло вот так вот. Салихи заказывает, блядь, за 500 рублей. И, блядь, вот за 25 нахуй втюхивает людям, блядь. Ну, вот вроде там. Типа, а может планшет 50 стоит? Вау. Да, может, он заработал. Да, может, он рано переживает. Такой сейчас покажет, решил такой, это же iPad Pro. Да, это же самый новый, блядь. Ты чё, ебаный, за 25, блядь, его ты купил? Ты их наебал. Приезжать собиралась. Ну, на следующий день звоню, думаю, ну, чё, когда мы встретимся-то поговорить. Не абонент. Захожу на анкету, ну, на сайт посмотреть. Так вот только лохи говорят, абонент не абонент, блядь. Да, абонент не абонент. Только ты лох, типа, бля, я звоню, а абонент не абонент, блядь. Так все, 25 штук-то ты отдал уже. Пиздец. Абонент действительно не абонент, все, он где-то абонемент, блядь, уже. А он, нет, а вот он абонент как раз, получается. Анкеты нет. Самый натуральный, блядь. Ну, думаю, ну все, ну... Охренительно просто. Ну я так понимаю, что и подарок был полный фуфло, да? Ну конечно, я его открыл, там планшет, ну коробка с планшета мусором набита полностью. Я думаю... Там даже не китайская хуйня, а просто мусором набили, бля. Ну точно, он бы не стал распаковывать, это же подарок, блядь, ёпта. Хитро, бля, типа пленку не снимет, долба. Бля, они хорошо придумали, бля, пиздец. Все, это просто 25 тысяч вообще, и... Но в тот момент эмоции не передать вообще. Да, дружище. Да, блин. Ну так это кидняк. Это не то, что кидняк, это вообще самый натуральный кидняк. И что теперь делать? Вот что ну, тот чувак зарплату месячную спустил, ну поебушки какие-то, блядь, планшет для матери. Не долбоёбли, блядь, ну... Да, ему еще, уверен, не научил эту ситуацию. Он сейчас опять зайдет, говорит такой, ну, блядь. Если решал, ему вернет, он такой, да, теперь на мамбу. Буду скидывать только на карту. Не, я теперь... Никаких курьеров, я только на карту перевожу деньги. Да. Больше меня никто не... Не, он говорит такой, не, я вообще, как бы, на мамбе, с мамбой ухожу, буду на LovePlanet сидеть. Там меня... Или в Тиндере вообще. Там точно никто не разъебет, блядь. Несла, или там вообще все прям... На маме крысы хитрые. Окей, позвони, может, у меня получится. 8-926-445. Ну, давай посмотрим. Ну, давай, да. Да, но, видимо, она симку уже скинула. Скажи мне, пожалуйста, то есть... Да симки одноразовые 250 рублей стоят, блядь, ёпт, ты ещё бы они их не скинул. Чё, блядь, чувак, на паспорт нужен, хуй купишь? Да везде продают, блядь. Где, блядь, в торговых центрах, в этих, там паспорт нужен, тебе ещё раз говорю. Обратился к нему, не стал прям в подробностях объяснять ситуацию. Вот, он мне смог, в принципе, предоставить только её номер, говорит, всё остальное конфиденциально, и говорит, больше, в принципе, я ничего не могу сделать. Совпал номер, но... Я вам могу предоставить только номер телефона, который никогда больше не ответит. Типа, я просто информация конфиденциальная, но при этом я отдаю вам номер телефона, но он, правда, не ответит никогда. Это у нас сервис на уровне, вот, пожалуйста. И вы хотите от меня что-то узнать, вот вам номер телефона, который никогда не будет доступен. Спасибо, но а как же мне тогда... А 25 тысяч. Да, вернуть. А никак... А где 25 штук? Звоните. Да, дозванивайтесь. У нас что получится. Скинь мне сюда номер. Когда будет 25 штук? А когда дозвонишься, да. А эту симку уже взяли, она...
А так прямо, знаешь, раскусили по микросхеме, типа. Да-да-да. А вот когда-то... Как в фильмах про секретных агентов, типа. Когда прям щелкнула она. Ах, нахуй, все, ее. Когда вы... Вот дозвонитесь на эту симку. И будет вам даже, наверное, 50 тысяч. Вера, так, фотка у меня есть, но это уже неплохо. Ну, Элла, знаете, вот, ну, я думаю, вот, ну... По-любому нужно найти даже, ну, не то, что 25 тысяч. Лохопед такой. Чувак такой, бля, по-любому, блин, найти, сука. Просто по-любому надо найти. Мне очень 25 тысяч нужно. Решал, вариантов нет, надо искать мразь. Будем с ним выбивать деньги. Решал, но надо найти. Мне нет, как бы, ну, надо понимать. 25 косарей. Это у меня деньги, я у матери украл. Я так хотел поебаться. Да, надо найти, как бы. А где русло гоняли? Обычно я не ищу, по-твоему, малолетний ты любитель шишку попарить, типа я тут бабкам помогаю, которые похоронный день, ты такой, но мне точно надо найти. Влад, знаешь, не решал, а Влад, но мне надо как надо бы найти. Там, пёс-то баба, как бывает на похоронах, ты долбоёб, планшет такой, пиздатая тёлка, точно я бы, он прям представлял, наверное, он ей планшет такой отдаёт. Да, вручает, она такая, иди. Она сначала деньги ему. Деньги. Он пересчитывает их еще. Значит, этому сон такой, наверное, снится. Он такой 5, 10, 15, 20, 25. Потом она на колени опускается. Да, и да. И он, а он в этот момент деньги вот так вот стоит, кайфует с деньгами и с планшетом. Планшет тоже в его фантазии ему достался. Он стоит, да, просто. Маме не понравилось, ему отдали, потому что он без симки. Он только с Wi-Fi. У меня не маленькие деньги, я сам студент в интернатуре и подрабатываю на скорой, для меня лишние 1000. Две, это, ну, вот это уже молодец. Тем не менее, 25 он нашел на поебаться. Согласен. Мне лишние тысячи не попадется. 25 попалось. Странно. Чувак такой, ну, я вообще как бы, типа, у меня такого, ну, как бы нет, чтобы, ну, вот 25 я как бы вот. Я нашел. Да, 1000, я за нее, ну, серьезно, я студент бедный. Но 25 я как бы... Найду. Это только вот тяжело, когда... Какой красоты должна быть девушка, чтобы было не жалко 25 тысяч рублей, просто я... Я говорю, там бергер как-нибудь на мотель, блядь. Ну, хотя она сказала, что... С сиськами на выкат, вот так вот, блядь, он прям... Сразу понял. Я сразу сказал, это настоящая твоя фотография? Я такой, конечно, блядь. А врёшь, скинь ещё. И она будет опять скидывать так-то. Я говорю, такой, что-то мне не верится как-то. А ещё? Позвони мне по видеозвонку. О, блядь. Слушай, давай позже. Пока мы тут, я подрачу. Без базара. Можно? Ты, главное, 25 скинь. И просто, да я в смысле. Каких 25? Тысяч. Я? Ну не, на планшет, да, и дрочить. Ну вот пока курьер едет, я все оплачу, куплю, давай пока мы тут пошалим, так сказать. И вот она, да точно оплачу курьера, че ты паришься? И вот пока, и вы двое... Какой-то странный развод. И вы дочь. Антон просто... Очень странный развод в плане того, что ты можешь подрочить вообще в любой момент, на что, типа, ты никого не наебываешь, это если ты можешь вообще ни с кем не переписываться, никого не обманывать, не обещать, ты можешь просто сесть и подрочить. Это неинтеллектуально. Нужно прямо вот сделать так, чтобы она поняла, что сейчас ты ее подрочили и выключили телевизор. И она такая, в смысле? Что это дает? Где выйти? Что это дает? Ну, ты крутой. Оргазм крепкий. Крепче, да. Крепче. Пизже, чем предыдущего себя, да, блядь. Передернул и кидал, и выключил связь, все. А приедет курьер, ты ему в ебло дашь. Нормальные тёлки передергивают не на кидалу, а на решалу. А, кстати, бровь круто, но чё-то выгляжу как пидор. Да хорошо. Видели октябрьский выпуск «Синяка», где он фотографировался на календарь? Вот там он весь, всего его расчесали, мне кажется, и поэтому он выглядит. А видели вот этого «Синяка», который уже сколько лет синячит, а? Настоящий Игорь Синяк. Посмотрите на это ебало. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь, наслаждайтесь. Чё, хороший парень молодой, жизнь только начинает, а его так на входе какая-то на входе, на входе в жизнь. Бля, вы решала, прикинь, 25 лет. Друзья, если вы в 25 лет завидуете каким-то своим товарищам, у которых есть машины, большие дома, купленные родителями, не расстраивайтесь, 25 лет. Не это завидую. Это вход в жизнь только. Ну. Но они вошли заебись, а вы нет. Ну, просто вот в этом взял. Завидовать плохо. У меня вход в жизнь был такой, что у меня был Дэнди, и чтобы поиграть в PlayStation, мне приходилось сидеть с малолетним пиздюком-соседом, и он мне как-то из воздушки в задницу засадил.
типа пулькой, пока, блядь, диски. Пока меня... ты играл, да? Да, было неприкольно. Я думаю, ну, мой вход в жизнь был бы круче, если бы я сидел в особняке и ебал блядей там, блядь. Как-то ну, это... такой жизни, конечно, не увидишь. Как, впрочем, и... Как и никто не... 90... Никто не увидит. Я думаю, это миф. Я думаю, кстати, это миф. Вот на самом деле, когда вы видите какую-то хуйню, типа, что богатые люди, они, типа, ебут кучу бледей и нюхают кучу... Это, да это неправда, это придумка. Блядь. Нет там никаких бледей. Бледей они оплатили на час. Да, я вам так скажу, у них вообще жизнь даже не похожа на эту, которую ты описал. Они ходят, пороги оббивают в эти... в налоговые, блядь, откуда деньги взялись. И это самое, их тут с минуты на минуту ворвутся, блядь. У них все как на ножах и какие бляди. Какие тут бляди? Какие бляди? У меня сейчас сейф, блядь, болгарка спилит и меня соберут. У меня АБЭП стучит. У меня какие ёпта, они же сдадут, бляди, первые сдают, они блядь. Они первые скажут, да, он здесь. Я не драчу уже год. У меня стоит, блядь, вообще нахуй. Это неинтересно, блядь. Я это пятерками драчу. Чтобы хочет это почувствовать, бля. Да, да, да. Оборачивай 5000. Четверками оборачиваю. Чтобы хоть резинкой хоть... для денег сверху об это сам обтягиваю, чтобы не слетало. И начинаю потихоньку. Вообще не помогает. И все равно мягкий, как червь. Мягкий. Как просто как червь дождевой, как блядь. Это, как маршмеллоу. А еще подрабатывает как честник. Ну что, попробуем с ним связаться? Да уж надо было. Так. Алло, здравствуйте, мне нужны курьерские услуги, срочно. Я правильно попал? Да, все верно. Нарешал прям, конечно, звучит супер подозрительно, как будто он труп будет перевозить, знаешь, так. Чё он сказал? Алло, здравствуйте, мне нужны курьерские услуги. А-а-а. Я правильно попал, типа, блядь, как-то, знаешь, обычно люди по-другому, типа, извините, пожалуйста, я по объявлению. Да-да. Курьерские услуги. Правильно, правильно ли я попал? Да, это курьерские услуги, а может вы еще и планшеты ворованные привозите? Алло, блядь. Планшет это не планшет, а кирпич и мусор. Я готов заплатить двойной тариф, но это нужно сделать немедленно практически. Можете подъехать. Но он сразу сможете... компенсирует конспирацию вот жадностью человеческой. Да, да? То есть вот не выдержит. Никто. Человек бы, может, задумался типа над тем, насколько это подозрительно, но вот ему сразу двойную цену нарисовали. Давай, ну, приеду куда-то, да, да. Двойную цену, бля. Вот, даже да, если это убьют, я... Да, даже никто не задумывается, кто вообще за что-то дает двойную цену. Вот, типа, вот просто подумайте, что вам говорят, двойная цена. Да вас точно завалить хотят, блядь, ёпта. Ну, знаете, ну да, наверное, я да, типа, схуяли просто, блядь, двойную. Кто в два раза-то переплачивает, блядь? Никто. Вам, блядь, Абрамович не заплатит двойную цену на яхту, скажет, не, я подожду, пока будет одинарная. Я на яхту заработал не потому, что да. Платил шлюхам двойную цену, блядь, ёпта. А тут чувак прям сразу загорелся такой. Куда, да, все, сейчас я приеду. Мы сейчас... Куда ехать? Куда везти? Через час. Хорошо, через час. Через 15 минут могу быть а везде. А того решала ждет. Вот в чем дело-то. Спасибо. Денег там точно не ждет его, блядь. Ну, давай взглянем на этого кубера. Там взял, там... понятно будет. Двойным тарифом даже не пахнет. Москва, Москва, в любое время дня и ночи. Москва, здесь ты найдешь все, что захочешь. Красивый город, потрясающий. Да. О, решал взять. Бля, опять полет. Ты меня втянул. Я, блядь, Антон. А что? Антон меня не предупредил. О чем мы спели, поздравили, поздравили, блядь. Я был втянут. Мне сказали это поздравление, я... Поздравили с днем города Москву. Опять мной воспользовались. Курьер не является честью мошенничества. Ну посудите сами. Они немного зарабатывают. Решал разгоняет прям себя, чтобы в ебальник дать, блядь. Чтобы быть более таким. Так, блядь, ну вот мы едем, значит, пидора. Пидор, блядь, скотина. А просто жадная, блядь. С нихуя на человека не набросится, ебальник не разбить, он прям, ну это мразь. Это будет мразь, блядь. Это... Потому что если они будут левачить или участвовать в криминальной схемах, у них и этих заработков не будет. Чаще всего это студенты, а им деньги очень нужны.
Так что буду надеяться, что курьер сохраняет свои заказы и вспомнит свой заказчик. Ну, если пизды ему дать. Да, он сразу... Бах, вот так, как он любит вот за это хватать. Да, и прямо в ёбыч пробил. И он сразу тебе все расскажет вообще. Воспоминания... Даже сказал, что он Кеннеди застрелил. Во всем признается. Я бы вот под давлением решал, а признался бы, блядь, наверное, во всем. Что, блядь, убить может. Но он добрый при этом, не ну, да! искалечит. Черт, не убить, калека. Но калекой, да, оставит тебя просто. Надо же понимать, человек добрый не станет прямо убивать. Прямо. А, мусорнусь, бля. Что, мне защищает закон? Хотя потом приедет такой, ты что, нарешал ему? И еще тебе домой. Прикинь, ты такой, меня решало, искалечило. Они такие. Ну, правильно. Они такие, так, там, знаешь, приходит какой-то такой, типа, этот капитан. Такой, вас решало? Товарищ сержант, постарайся. Жить, а? Чтобы мы это... И просто начинает тебя бить трубой, блядь, типа... Ты чё, охуел? Ах ты, ну, что, сука! Блядь? Ну, мало ли, блядь, стукачей никто не любит, Антон. Сничерс, get the stitches, блядь, ёпта. А с какого-то, блядь, как давно стало мусорнуться стукачеством-то? Если дело идет об решале, как бы, ну... Решал сам, ты чё, было не мусорнулся. В основном... Когда, да, прилетело. Это прошлый выпуск, мой студент. А ты курьер? Да. Давай знакомься, меня вот зовут. Федор. Федя, тут такое дело, не будет никакого заказа. Ой, блядь. Доставки не будет. Так я через весь город ехал, время столько потратил. В общем, друг мой, ты... Чувак, время это последнее, что ты потеряешь сейчас. За то, что я тебе рабочий день разбиваю, вот тебе в качестве неустойки, здесь психотник. Ага. Заложенный вызов тебе. Я очень хочу, чтобы ты мне помог. Короче, ситуация такая. Ты делал доставку у планшета. 15 у общаги и забрал деньги. Было дело? Было. Заказов много было. Сразу так я не смогу сказать. А давай я тебе помогу вспомнить. Еще. Давай еще пятихат. Ну, лицо знакомое, видел. В общем, ты стал соучастником мошенничества. Черт, он на клапан ему надоел. Сразу, блядь, чувак такой, так, да ну, я ну, чё, значит, я, блядь. Думаю, что, скорее всего, тебя в тёмную разыграли, но факт остается фактом, может, не дать расплатное. В тёмную разыграли, нихуя преферанс, блядь, у решала, блядь. Тёмно? Может, он умеет в преферанс играть? Кто, решала? Да, никого не Конечно. Встречал, кто бы со мной мог, только я и батя, блядь, в преферанс играли. Какое там правило в преферансе, что канделябром по голове дать? Это за фальш-ренонс, блядь, да. Если ты пиздишь о картах, которые это, то да, канделябром, блядь. Гусары так пиздили. Так это называется блеф. Так это называется мне канделябром в этот момент поебло. Ебать со скрёй. Так я блефую просто. Налейте мне еще виски. Слушай, Федь, я специально тебе... В преферансе крутая фишка, что можно прогрессивно проигрывать. То есть в покере ты, например... Что это крутого, блядь? Ты в покере, например, можешь проиграть вот столько, сколько ты даже off-limits, как бы без лимитов, ты проиграешь столько, в принципе, сколько у тебя есть преферансы, ты можешь, типа, начать играть на телефон и проиграть поместье, блядь. Типа, вот это прикольно. А если я скажу, что у меня есть поместье, но у меня его нет, а я, тем не менее, выиграю. Готовим канделябр, блядь. Я говорю, надо все канделябры убрать. Когда я прихожу в гости играть в это, я говорю, а давайте ко мне. Люди приходят такие, а почему где? Где канделябр? Чё так темно? Я говорю, как темно? Нас канделябров не держит. Сейчас присмотритесь, это самое, будет посветлее. Гусары просто заходили, поэтому мы научены, блядь, канделябров у нас нет. Вот эти флюоресцентные карты, чтобы они в ногти найти. Я не официально. Ситуация такая, что рано или поздно там этим вопросом займется полиция. Тебе нужна эта огласка. А так я тебе не требую. Чуваку вообще, по-моему, ничего не надо, кроме... У него либо это работа, либо это Яндекс.Еда или Delivery Club. Он... Вот таким людям ему ничего... Ему ни проблем не нужно, ни это, он просто стоит. Ему бы да. Я работаю, да, я получаю там 12 тысяч рублей в месяц. И меня вот сейчас прессует какой-то чувак из 90-х за то, что мне просто дали там 500 рублей. Забери, отдай, отнеси, как на Авито каком-то. И сейчас... Да, я теперь, оказывается, какой-то мошенник. И сейчас мне говорят, у меня статья за мошенничество. Мошенник, менты. Да, типа, мне... Как за хуя. Ни протоколов там, не надо подписи кровью ставить. Ну просто дал мне расклад и все. Я сам с ней встречусь.
Он прям стоит, он не двигается даже. Ну, обычно чуваки тут типа треплются, что-то это. Все, а он просто, вот чувак, он прям, знаешь, мне кажется, готов сесть. Прямо сейчас. Мы уже настолько жизнь, вот эта курьера, типа, с рюкзаком. Просто такой, ладно, пойдемте в тюрьму. Он такой, хуже быть не может. Если так надо, да. Да, типа, ну хуже не будет, бля, петуши от меня. Ну, не надо, хотя. Сколько, знаешь, сколько петухи, говорит, на зоне сосут? Ну, не как я, наверное, не 20 часов, блядь, в день с этим рюкзаком хожу, заказы разношу. Ну, пососу 3 часа, поспать хотя бы можно будет на зоне? Веди меня, решал. Да, я меня оделся, чувак, там, мне кажется, условия не создают петуха, мне кажется, что там какой-то профсоюз петухов, которые говорят, что типа, ой, что-то... Есть профсоюз, главпетух возглавляет профсоюз петухов. Чувак, если уходит свой рот, откроет поганый. Это, кстати, парень из Тасамки, если вы не знали, это главный. Он глава профсоюза по России, блядь. Блядь, я к тому, что... Мой Дадыр под ним ходил, они вместе сидели. Мой Дадыр? Ну, который. Ну, я понял. Мой Дадыр, добро пожаловать. Они с антенной телевизора ходил, блядь, на голове. Ёбнутый. Вообще, вы, блядь, без памяти. Почему тебя погонял мой Дадыр? С двумя антеннами от телека ходит. От петух. Ну такой ебать будет. А я-то думал, что он на порошке попался. Хорошо, ну в общем, неделю назад посылку я у нее забрал в метро. А потом она попросила мне приехать на остановку, чтобы деньги забрать. Вот, что за остановка? Остановка... Вот, я приехал тогда на 20 минут раньше, мне надо было на второй заказ ехать. Бля, у чувака просто вот это, нахуй. Не жизнь, я бы на месте решал ему не 500, а 5000 дал. Просто прикинь, чувак такой, мне приехал на 20 минут, потому что у меня уже следующий заказ. Я, блядь, приехал на 20 минут раньше, потому что уже мне опять... Уже надо было опять... Уже, насколько плотность, да, у человека, блядь, один заказ, 20 минут, 20 минут. Слушай, ну он, конечно, деловой, пиздец. Я думаю, что даже у президента не такое расписание. Да, я говорю, я не могу, я спешу. Тогда она меня просила подойти к салону красоты. А ты можешь мне адресок этого салона красоты показать? Да, давайте. А там работает, смотрите, скорее всего? Значит, вот здесь остановка. Или клиентка. К этому дому она меня просила подойти. Вот, вот этот, да. Вот этот, да? Да, и здесь других салонов нет. Скорее всего... Этот салон и есть. Вот это, кстати, я могу как параноик сказать, как я бы не попался, я никогда не заказываю такси до тех мест, например, где я и тушу. Я до соседних каких-то заказываю. То есть, да, как бы, конечно. Это что? Пройти один дом и КГБ... И тебя нашли, ёпта. Нет, в этом прикол тогда. Я на дом раньше. Не, ну решала бы приехал, там салон красоты. А, ну он бы догадался, что там, знаешь, такой, где же, может быть, преступник, салон красоты? Или пивбар, блядь, рядом. Очевидно, такой типа. Ну, очевидно, грабитель, 30-летний подвыпивший бородатый мужчина, вышел не из салона красоты. Но, с другой стороны, осмотримся. Тут прямо пивбар, туда и пойдем. Да, наверное, я еблан так. Ну, хоть какая-то... Не, Юрка, мне кажется, что тебе нужно ехать туда, куда надо, блядь. Потому что ты дом проедешь вперед, потом пойдешь обратно, там в два раза больше шансов, что тебя убьют. В этом салоне. А, вряд ли, потому что она вышла. Да кто меня убьет? Да никому не надо. Я как в жмурках теперь, только в концовке жмурок, типа, сейчас. А тебе папку надо купить, кстати. Да, блин. Папку надо купить обязательно, чтобы была, блядь, с металлической хуйней. Пацаны, блядь, задонатьте на папку прямо эту. Без Юрки на папку. Бля, я бы ходил с папкой. Стали, блядь, матом. Очень умная хуйня была бы, а травмата так вообще сразу. Бля, папка нужна, как в жмурках, блядь. Щит, ёпта, карманный. Скорее всего, да. А во сколько это было? Это было, когда я еще поехал на второй заказ. Так, домой поздно вернулся. Ну, думаю, где-то часов 5 это было, да. Часов 5. Спасибо, Федь. Счастливо. До свидания. Все, чувак, такой прям, до свидания. Да, все, не пишите в полицию. Не сажайте меня в тюрьму. Смотри, какая продуманная девица, а, назначала встречу курьером на остановках общественного транспорта. Но лишь прокололась, пригласила его в салон. Так сильно хотела бабки, что о безопасности-то позабыла. Вот, я говорю, вот если бы до остановки хотя бы ближайшей.
Ты что, учишь людей кидать, что ли? Я не могу. Получается, что да. Нахуя ты это делаешь, что, блядь? Может, они, когда меня увидят, они не будут меня кидать, вспомнят, кто. Давай, они в тебя кинут. Не, ну, я просто... Зачем, вообще, я, блядь, считаю, ты... что преступление не нужно совершать. Ну, да. Но если вы совершаете преступление, нужно хотя бы думать, блядь. Ну, просто я... Нет, хотя, с другой стороны, не думайте, нет. Делайте вот все абы как, чтобы вас поймал решил. Поймали и посадили, да? Да-да-да, и сидите в тюрьме. Но да, вот, да, я бы так делать не стал. Типа, будь я на вашем месте, мерзкие вы преступники, которых мы не одобряем, но... Я не знаю, может быть, просто не надо такую сложную схему чертить тёлки, может просто сказать, что мои услуги стоят 25 тысяч. Да и всё. И отсосать! Отсосать! Тёлкам ты это... Зачем все эти адреса? Адреса? Кому-то какие-то деньги. Все, сказал, я шлюха, раз. Стоит 25 тысяч, два. Все, соснуло, отработало. Это... Все довольны, блядь. Человек знал, сколько стоит она, сделал, что он сказал. Все. Прям все за 25. Ну, знаешь, ну, не, такая, я знаю, все не есть. Такая плохая сделка, если смотря, что мы подразумеваем под все. Ну, я не знаю, чувак. За 25 тысяч это вообще все, что ты подразумевал. Я думаю, что за 25 тысяч рублей там должно быть... Это прям все, вообще все. Да. Все, что разум человеческий может помыслить просто. Все. Да все, даже дома убраться, мне кажется. А, да, это прелюдия. Все гандоны, блядь, пропылесосить все, чтобы жена не увидела, чтобы все это самое... Нет, прелюдия, типа, это перед. Типа такая уборка. Сделать ужин хороший, да. На ночь заказать. Здрасте. Что такое? Все некрасивые, блядь. Что такие красивые все? Как вас так не снимать? Че же, такая красота. Ваш салон красоты, дайте вас снимем всех таких нарядных. Меня зовут Влад Чижов, я бы хотел поговорить с кем-то из руководства вашего салона красоты. Тёлка подумала, бандиты пришли, наверное, блядь. Она такая прям... Ну, она, кстати, хорошо еще держит. А почему запрещаете снимать? Это общественное место. Это общественное место, ну вот, давайте не снимать, потому что у нас полно народу. Окей, хорошо, мы с уважением. Окей, мы с уважением, давайте тогда организуем. Вломился с толпой людей с камерой. Да-да-да. Мы с уважением к вам. Тёлка испуганная, да, усрачки, даже не боюсь. Думала, менты, может, пришли принимать. Но все равно, да? Смотри, исполняй свои обязанности. Премию и 25 тысяч. Вот здесь я приду сейчас. Татьяна. У Решала теперь будет целый день китков на 25, он запутается, кому кто что должен. Он говорит, бля, подожди, ты отсосал за 25 и за то, что ты нас прогнала, или ты, подожди, или ты и 25 тысяч рублей и получила. Решала никогда ничего не забывает. Кто? Решала, кто, блядь, ты че, сука? Ты забыл, блядь, начало фразы было. Ну какие они все красивые в салоне красоты. Все, блядь, красивые, да, это... больше делать нехуй, как красотой заниматься. Как зовут? Меня зовут Татьяна. Татьяна, разная функция. Мы сможем снять. Решал выбыл ее такой... глазами раздел. Знаешь, он прям... Ты изображаешь вообще, блядь, какого-то ловеласа неудачника. Мерзкого очень. Да, такой просто... А чё? Не, ну, а девчонки, скажите, вас бы это не возбудило, если бы вы такие, типа, привет, Юра, я такой, ебать тебя будем прямо здесь. Не думаю. Я думаю, они бы все бы хотели такое, типа, в глубине души, не публично, но вот прям, чтобы они присыщены всеми этими пидорковатыми чуваками со стрижками из барбершопов, с побритыми висками, и вот просто они в глубине души, хотя... Да, пизду я... сюда, пизду сюда, мне. Я, Юр, не очень понимаю... Я тоже, я тоже! Ты хочешь с моего канала каких-то женщин поиметь? Я не понимаю... Ты на что вообще надеешься? Ты мы тут смотрим видео. Я оправдываю мерзости. Мужчин как класс мерзкий. Но он мерзкий, но не настолько. Я никогда не видел такого на улице просто. Да, не знаю, ты делал? А пора. Я как Джокер новый, типа. То, что... Меня такое, посмотрите, до чего вы довели. Далеко там все ходят и фингерфачат. Я такой, это же просто восхитительно. Вот нам есть у кого поучиться, да, посмотрим. Я вас узнал. Это хорошо. Она облизнула губы, блядь. Она сказала, мы смотрим вас, и решала прям так.
Не-не, сейчас сам, это Mental TV. Мы сейчас будем разбирать всю мимику решала этой бабы, блять, по специальным кодам, по Е28, или 15, или 14. Это Бубович Mental TV? Да, вроде да. Я его в друзья добавил, хороший написал парень. Ему, что угодно проси, там репосты, это никогда меня не разбирай. Очень боюсь его. Больше всего на свете боюсь автора канала Mental. Это твои ноши, блять, написано пиздобол. Че тебя разбирать, чувак, ты пиздишь каждую секунду, как и я, как и все остальные, поэтому Mental TV даже ты не интересен вообще ему. Я никого так в интернете не боюсь, как... Не, на фоне ходил по Питеру, хотел ебальник набить, мне похуй было, а, блядь, Mental TV, все, боюсь, блядь. Завтра придет Mental TV, скажет, блядь, это, целую пипиську или разоблачение. Я подумаю, целовать, конечно, не буду. Но... Или я пизжу! Или я пизжу сейчас! Да, пусть Mental TV! На скорости 0.25 на мимику Юры, когда он сказал, не буду целовать, она опустила... Вот, какая классификация будет дана этой мимике? Брови вверх, губы вниз, рот открыт! Скорее всего, будет. Колени присел на колени, спустился, да, уже все. Приспустил даже штанишки и сказал. Печать, пиздобол. Да, просто. Попробуй клиентки ваши. Чем он получился? Сейчас я вам покажу фотографию. Она неделю назад, 1 числа, была у вас здесь. Видимо, что делала стрижку какую-то. Что-то не припомню. На них смотреть, помнишь? Ну, я постоянных клиентов так с лицом, конечно, знаю, но эту женщину не помню. Ну, может быть, вы брали эти по записи. Да, она просто, видимо... А хотя, если запись, то да, есть запись. Ну-ка. Юрейка, вы позвольте, мы все-таки с камерами зайдем. Если Татьяна не против, то да, конечно. И вот, все прошли. Так... Журнал нахуй есть. Ну, помимо 17 часов у нас было двое. Это мужчина на стрижке был. И женщина Олеся. На 16.30. А есть телефончик? Ну, вот, возможно. Да, стрелялась у Лены. Наша искомая женщина Олеся. Как бы это проверить? По фотке вы не помните, а мастера сейчас нет, да? Сейчас пока да. Может быть, вы позвоните ей сами. Вы не даете мне номер телефона. Вы сами... Может, вы сами, вот, может, вы сами найдете. Да, да, да. Может, и домой поеду тогда, бля. Да, бля. Позвоните, пригласите ее в салон на какую-нибудь бесплатную процедуру. Ну, что-нибудь придумайте, что там женщинам остро нужно, и это стоит приличных денег. Если это ошибка, ну, значит, я оплачу эту бесплатную процедуру для нее. Я так понимаю, что мне нужно будет закрыть салон на это время. Буду рад, если вы поможете. Хорошо, Вероника, набери ей. Не, ну, судя по журналу, не сильно там много клиентов, поэтому закрыть, да, это она, за деньги, блядь. Это так понятно. Стрижку. Ну, стрижку она уже стриглась, да. Ламинирование волос может быть. Ну, я предложу тогда, если бы услуг, что сама выберет. Да. Скажи в честь дня рождения салон. Бля, этой тёлке бы другое ламинирование предлагать, она бы заработала побольше, чем... Какой? Какой? Блядь, слева, ты дебил, что ли? Конечно, блядь, справа, нахуй. Какой? А чё, на пол... мне нравится? Что-то мы, по-моему, разные говорим. Это, по-моему, взрослая женщина, милфа и... Прикольно, что у нас бы не возникло разногласий, типа, поделили прямо. Четкая позиция сформирована за много лет. Главное, что никто из нас на решалу не претендует. Не-не-не. А можно вас попросить на громкую поставить? Я просто записываю все. Да и хозяйка салона, даже как-то посолиднее, что ли. Чем, да, ну, если... Чё? Ну, понятно. Вот она. Она когда-нибудь станет хозяйкой салона? Кто, да. Хозяйкой салона в моих штанах. Сделайте там стрижку. Да, да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Олеся. Меня зовут Вероника. Я работаю в салоне красоты. Вы к нам приходили буквально на той неделе к нам на стрижку. Ага. Да, помню. Угу. Так, хорошо. И в связи с тем, что день рождения у нашего салона, мы бы хотели вас пригласить на бесплатную процедуру. Бля, вот как легко людей просто разводить халяв. Что-то бесплатное. Вот, это как нигерийские принцы вот эти вот, типа, что... Неужели люди до сих пор думают, что им кто-то что-то вот бесплатно даст? Вот прям вот 2019 год, да? А могут. После МММ 90-х, блядь, вот это остались еще люди, которые вот им просто звонят и говорят,
вы выиграли бесплатное медицинское там обследование, например, на рак. И они такие, правда? Я здорово. Выиграл? Так я нигде не играл. А он говорит, так... Это вот лотерея такая вот. Шойгу постановил, что все теперь прямо по этому поснился, у вас же снился. Вот поснился, играют, вы выиграли. Он такой, да, да. Приходите. Ну, обычно, я бы, наверное, сходил. Обычно обследование стоит 50 тысяч рублей, но вам... Вам таких денег платить не нужно. Не нужно. Всего 3 000 вы пересылаете сейчас на Сбербанк онлайн. И мы вас записываем, либо следующего человека. Да, либо... Бля, все... как это было? У нас прямо сейчас... Блять, как вы либо сейчас деньги переводите, либо все следующее. У нас тут пенсионеров, вы бы знали, они просто ломятся, блять. Бля, чувак, ты сейчас какую-то схему придумал про рак какой-то. А я как профессор Мориарти решал, должен противостоять мне для того, чтобы разрушать мою... Да ты такую хую придумаешь каждую минуту, блять. Правильно, как профессор Мориарти, блять, ёпта, ему сложно противостоять, он, блять. Когда решали, нужно будет каждый день сидеть, блять, записывать какие-то... Или ёбыч мне разбить и с водопадом. О, решение вопроса. Педикюр, солярий, спа или ламинирование волос. На ваш выбор. На выбор есть. Такого никогда не было. Бывает. Я как-то... Чувак, все. Я шел по торговому центру, мне просто так дали Red Bull промо. Не, один раз в жизни я шел по... Что же было за метро? Я шел к корешу. Просвет, по-моему. По просвету я шел, и там раздавали Балтику зеленую, Light она называлась. Вот это точно невозможно. Из молодого хмеля раздавали сочные тёлки в коротких мини-юбках и дали мне холодную бутылку. Чувак! Пиво! Раздавали на улице! Около метро! Да, ты ёбнулся! Я тебе отвечаю! Тебе по голове шибанули, ты, блядь, тебе показался, чувак! Я тебе... Один раз в жизни было, и я думал, оно отравленное. А как, а еще? А я прошел за ними и дошел... Еще взял? И попросил еще, а мне сказали, что не положено, их за это штрафуют, и нельзя одному алкану больше давать, в общем. Тебе один раз такой только был. Я вообще первый раз слышал, алкоголь раздают на улице. Уже и не раздают, но Балтика тогда презентовала из молодого хмеля пиво, и вот раздавали. Самое хуёвое, раздавали на улице. Но оно с рынка вылетело, блядь, через... Чувак, какое-нибудь вино, блядь, там, урожай 67-го года не раздают, блядь. Даже в пробках вот таких, по-моему, попробуйте. Все равно так, было клево. Я могу вас записать. Один раз жизнь сегодня. Человек повезло, и ты ее оспариваешь. А если завтра, например? Завтра я могу... Хорошо, у нас как раз есть свободное время. Запишем вас на ламинирование волос на 5 часов завтра. Приходите, ждем вас. Всего доброго, да, до свидания. Это, я думаю, решал даже сейчас сказать просто такой, ну да, завтра еще время есть, вы как девчонки не заняты сегодня. Че делать? Да, Вероника, как? Вероника, Лена. Тань, спасибо, в районе 5. Татьяна. Нажму вас. Да, я дорожу репутацией своего салона, мне не хотелось бы, чтобы наш клиент невинный опозорился при любви. Он такого не будет, ну, по крайней мере, если... Невинных у нас нет, не переживайте. До свидания. Он, блядь, так крипово улыбнулся. Он, да. Потом еще зайдет, наверное. Так. Какой план? Отдыхаем до завтра, я так полагаю. В логово поедем. Или Феликсу. А позвони Феликсу. А Егор, это Влад, привет еще раз. Нет, Влад. Это Егор. Егор, давай так, на завтра ничего не планирую, на 16:30. Записываю адрес. Улица, дом 15. Это Клатушка, салон красоты. Да, он, по-моему, сказал. Мне ж не показал, друзья, он сказал Клатушкина. Пушкина, блядь, дом Клатушкина. Такой, приезжай. Клатушкина 15. Он такой, меня наебывается опять. Да не. И имей при собой 25 тысяч рублей. Да. Такие вещал бы такой. Мы. Нам нужно следственный эксперимент, как ты передаешь деньги. Бери 25, где хочешь, на найди. Настоящие нужны 25. Да, настоящие 25, чтобы, да, ты был вот на этой улице. Помню, решал отбирать. Дети такой, ты дурак, ты вообще дурак. Да, ему поебал. Вших, ёпта. Ты че, долбоёб. Тебе все равно не поверю. Все, без проблем, с учебой отпрошусь буду. Тогда до завтра. Все, до свидания. Долбоёб, бля. Долбоёб. Решала, блядь! Решал дома сидит, наверное, борщ какой-нибудь ест и охуевает вообще с того, что происходит. Он там просто супчик хлебает, так... Какие люди тупые, блядь! Пиздец! Ебануться? Это пиздец какой-то... 25! Кидняк! Да, он просто берет такой... Я не могу это есть! Блядь, как... Кидняки, почему люди кидают?
дикий, блядь. Может, решала просыпаться ночью? Петр подъехал, смотри. Местный Петр. Смотри как. Солярий поставь, главное. В туалете. А Петр бы поставил по-другому. Он бы как, так, чтобы вообще никто не... Он куда бы... Вот в нестандартные ракурсы были бы. Нестандартные ракурсы у него были вообще. Куда-нибудь. А этот прям вставит. У него излюбленные места — это ободок. Унитазы. Да-да-да, естественно. А можно даже поставить еще в дырку сливную, прямо чтобы она вот оттуда смотрела. При помощи секретных киберпауков. Вы не докрутили, почему паук-то в толчке сидит? Потому что он как Тони Старк. У него маленькие пауки, у него технология наносетей. Если ты... Каждый паук, который Петр видит его 8 или сколько у него, 16 глазами. Слушай, так это почти уже сферическое. Он видит все. Он как огромный вот этот вот гигантский ребенок в «Одиссее» Стэнли Кубрика, блядь, ёпта, космический. Он видит все одновременно. Он видит прошлое, будущее. Петр как бы может смотреть на миллион лет вперед, на миллион лет назад. Он как это... Он выбирает самый худший сценарий. Раса, как она называла, Итун, или это у Лавкрафта. Он почему как бы вот такой спокойный? Он узрел все. Все, что ждет человечество, и все, что было в человечестве, поэтому как бы ему похуй. Нихуя, друзья. Он сидит, иначе бы он вас давно кончил за то, что вы про него пиздите, блядь. Спасибо тебе большое. Да. А ему похуй, потому что он знает, чем все закончится. И ваши жизни, и твои, Юлика, и мои, блядь. Он... Потрясающе объяснить. Он всезнающий и всеведущ. Это мы тоже узнали. Петр из шоу «Измены» на телеканале Ю или Че, или где? Ну вот, надо открыть, посмотреть. Миург, мессия, сверхчеловек, Петр. Влад, я камеру поставил. Ты же знаешь, да, что он в свободное время со львами дерется дома? Ну, конечно. Ну, не дерется, а скорее, типа, дает львам себя немного потерзать, чтобы львы чувствовали себя живыми. Так, немножко, чтобы они плоть подорвали, но чтобы, знаешь... Не, регенерация, как у Росомахи. Ты не знал про Петра? Знал. Вы его знали? Ты его такой ножом вот прям по лицу, а у него все... Это я знал. Как жидкий как металл, тысяча. Да, как на тысячи, блядь, ёпта, сразу. Принял. Сигнал мне посылайте. Как-то раз превратился в камеру, нахуй, сам превратился. А ты еще не мог сложные технические устройства. А он мог. А Петр мог. Девушка, которая придет на процедуру, окажется мошенницей, мы для нее свой сюрприз приготовили. Так. Какой? Не знаю. Прям страшно немного стало, ну. Что-то как-то... Если это будет мошенница, у нас для нее свой сюрприз, типа... Менты, может быть, нет? Лассо, чтобы ее за ноги подхватило, типа... За машиной потащить. Он ей такой, ну как там, блядь? Такой у нас сюрприз. Короче, расклад такой. Вероятность, конечно, не 100%, но шансы достаточно высокие. Вызвали сюда девицу... Чувак прям излучает ауру лоха. Прям... Его еще на 25 реально можно опустить. Он молодой очень, по нему видно. Понял, через пару минут она должна появиться, твоя задача ее узнать. Да, нет. Так что набрались терпения, ждем. Так, поехали. Угу. Куда деньги-то отдавать? Потом. Ну вот же она. 100%. Отлично. Сука. Спокойно. А решал шокер какой-нибудь заряжать тазер, блядь. Да, чтобы стрелять с ней. Спокойно. Сейчас нужно подойти на два. Да, нужно ее немножко это самое. Дать освоиться чуть-чуть. Спокойно. Все подтвердилось. Я сижу с парнем, которого кинула эта девица. Это мошенница. Так что работаем нашу схему. Да, поняла, Влад. Работаем по плану. Спасибо большое. На ходячего похож. У меня установлены там камеры. Сейчас мы подключимся и посмотрим. Ага. Здравствуйте, добрый день. Пришла за халявой, я тупая. Да. Смотри, все в обновках, ровно аккуратно 25 тысяч. Ты, кстати, модненькая. Немного спойлер, что заметил, честные люди-то, они не против, чтобы их лица показывали, поэтому сразу понятно, когда ебло есть, значит человек невиновен, блядь. А как только баба заходит, такая сразу видно, китняк, брат. А че, что она замазана, блядь? Так потому что, да, китняк. Никто не даст разрешения. Хотите, чтобы вас на всю страну показали, что вы кидала, ебаная, блядь? А кто тебя будет спрашивать, нахуй, захотели показать? Сказали, блядь, когда это у нас кидал, спрашивали, блядь. Ну теперь это можно через суд отставить. Даже на Ютубе, если твое ебало без твоего желания запалили, можно подавать privacy claim, блядь. А куда мне загружать свое ебало в таком случае? Фанус себе его загрузить. Ну вот именно, блядь, чувак, всем срать, блядь, загрузит, тебя даже не будет знать. Как вам удобно. Сейчас мастер в течение ближайшей минутки дойдет, хорошо? Спасибо.
Ближайший мастер Влад Чижов. Короче, девица не подозревает, какие острые ощущения ее сейчас ожидают. Здравствуйте. Здрасте. Неужели сейчас на лосы все постригут? Я красота какая. Угу. Посмотрим. Ну, в целом, в принципе, все неплохо. Неужели правда на лосы постригут, чего? Так пойдет? Нормально? Да ладно, просто кусок отстригли, хуйня какая-то. Ну я не знаю, чувак, для женщины это жесть. Ух, ё. И чё, серьёзно, что ли, отстригли? Да ну нет, конечно, все это построено. Бля, кстати, да, был такой прикол, я помню, блин, старый, блядь. Типа, брали кусок искусственных волос, нужно взять в руку, и, типа, подойти сзади к девушке, да, и как будто ты состриг, и показать ей кусок вот эту прядь, и тёлки там просто, блядь, ёпта, в бешенство приходили. Ну да, для них... Просто есть вероятность, что после такого прикола вас зарежут, блядь. Сразу же, да, да. Она выхватит ножницы... Слишком будет мало времени объяснить, это прикол! А если тебе в горло пырнут, то вообще... А ты вообще, она будет пырять такой... И ты будешь... А потом она такая, да, действительно, чуть разный оттенок. Так это... О, в городке. Вот так Петр увидел смерть Эдварда Билла через 1000 лет, или сколько там проживет Эдвард Билл. Да, с таким пранком, блядь, я думаю, пораньше. Что значит больная? Ты мне сейчас наращивать будешь. Ты мне сейчас наращивать будешь. Мне позвонили, записали на процедуру, на ламинирование. Опа! Опа, блядь! А вот и решала. Это ты сказал мне волосы? Ага, блядь. Это не то, что меня это попало. Это другого мужика так попало, ты дальше на вас попрёшь. Угу, по самой ключице. Мы тебя нашли, и любой отморозок, которого бы ты кинула, тоже бы тебя нашел. Чё ты ревёшь? Ну, ты на нее орешь и пугаешь ее. Очевидно, решила, ты ее пиздец как испугал, и ты на нее орешь и угрожаешь. Че ревешь-то, блядь? Так ее въебать надо, нахуй. Ситуацию надо поправлять с того, что нужно вернуть деньги. Я говорю, ну, у меня есть деньги. Вот и возвращай. У меня только безнал. А это как это? А есть Сбербанк онлайн, да, блядь? Я без комиссии, можно отправить? А я могу. Есть у кого? Есть телефон Сбербанк онлайн. Не, кто-нибудь принимает? У кого нет? Решил такой, у меня Райфайзен, знаешь? Да, да. Сбербанк. А он такой, Тиков. У кого? Такой, переводите. Сбербанк, а Тиков комиссия. Такой, блядь. А Сбербанк онлайн, неужели никого, знаешь, там... Я с Тикова не сниму. Нет, нет, это салон красоты, типа, у нас Сбербанк онлайн, но у нас на ИП, мы не выведем оттуда, типа... Надо ехать снимать. Я могу скинуть на карту. Я могу скинуть на карту. Привела. Да. Тёлк, ты симпотная, кстати, стройненькая такая. Ну, блядь. Жизнь это... Так зачем промышлять кидником? Я про то и говорю, просто эскортницей за 25 быть. Да не обязательно эскортницей быть, просто зачем, зачем? Блядь, чувак. Моделью можно быть с такой внешностью. В инсте, как инстасамка, как хуйню рекламировать, блядь, с каким-нибудь, блядь, Олегом этим, блядь, или... Зачем кидняк? Это последнее дело. Для людей всяких, блядь, которым некуда идти, типа, уродливых, мерзких, это... Ну, девчонки, вы-то зачем, блядь? На зоне будете этими, как там называется? Ковырял котлами, блядь, коблами, блядь, им, да, вы... Отлизывать будете бучихом, блядь, для чего? Для чего? Блядь, такие картины рисуешь ужасные, что действительно тёлки должны задуматься. А будь я бучиха, я бы хотел, чтобы она мне отлизала. И чё бы, а вы бы, наверное, жили в отдельной шконке? Ну ты уж, подозирал. Жизни нет, ты уже набело пишешь. Понимаешь меня? Так что делай выводы. Следи. Ты чё, и всё? На нас дала. И тут она такая, типа, выходит, и ему Сюткин заходит, типа, с кулака. Сюткина позвали специально. Валерий, благодарим. Валерий, да, мы сами женщине бьем. Он такой, перелететь, тяки, и разогнать. И такой, пошел по Арбату. То не, по пути идет, туристкам навешивает, ты же понял. Скорее тебя обнять. Уж про
простите нас, пожалуйста. Ничего, разные бывают ситуации. Вам не всегда могу помочь. Еще раз, тысячи извинений наших. Все, ребят, собираемся. Ты, мне почему-то такая жизнерадостная картина от того, что Валера Сюткин идет по Арбату и пиздит маму. И напевает поздний час. Половина. Прям он, и он, знаешь, прям под куплет расходит. Да-да-да. Тайное движение в небе из колена без конца. Прям вообще. Вижу ад и подражей твоего лица ты далеко. Прям вот обветрено твоего лица. Мимо ЦУМа с пакетами размахивает. Да, прям хорошее получилось. Там канал «Сколько стоит шмота» на ему ебал просто. Всем ебал, блядь. Сюткин крутой чувак. Пока не сучился и не стал бить тёлок. Спасибо, Влад, большое. Спасибо, что откликнулись, помогли вообще. Вот вы же тоже понимаете, что деньги тут не совсем, ну, не главное. Дебил, блядь. Че, так зачем ты Решале позвонил? Вы же понимаете, что деньги не главное. Так я бы на месте Решала такой, так получается, я тебе их не отдам тогда. Да. Деньги, а если ты сам сказал, не нужно? Ты сказал, не главное. Как гопники. Мы заберем. Ты сказал, не нужно. Не нужно? Ну, раз тебе не нужно, блядь. Да, я забираю, значит. Ты же лох сидел. Для меня 1000 рублей, это вообще-то большие деньги. Вы же понимаете, деньги не главное. Я как бы это, за справедливость, блядь, ёпта. Да. Пиздуй, тройку оплачивай, блядь, а то уже сколько, недель без тройки едешь, дороже выходят, блядь, жетончики-то нахуй, блядь, без карты, блядь. Иди, не пизди, блядь, долбоёб. Да, всё-таки важно. Не пизди, пускай не пизди. Что у неё что-то в голове отложился. Это знаешь, как какая-нибудь, типа, блядь, пьяная баба, типа, около клуба сидит, типа, проебала телефон, ты ей, вы телефон уронили, она такая, да мне похуй! Этих телефонов! А потом на утро, когда уже протрезвела, сидит на Думской, такая, ебать! А 11-й, ёпты, в кредит взяла вчера. Пизда, и всё, и его нет. Его нет. А сама его выкинула об стену. Говорит, такая... У меня таких будет 10, блядь. И хуяк по карманам, и денег нет, и хуяк, ёпта, и документов нет. Так я его не разбил, у меня его ебать ограбили. Нет, вообще, так паспорта нет. Меня шлюху тупую ограбили, блять, в клубе, суки. Поосторожней. Сайт знакомства такое дело. У нас местами картины рисуются страшнее, чем в шоу Решала, блять. Просто смешно, что она сама понимает, что она говорит. Все, будь здоров. А прикинь, она сидит, ревет, и мимо такой Решала выходит, типа, пип-пип-пип. И она такая, Решала, у нее сопли из носа, такие пузыри. Он такой, типа, сейчас, минуточку, типа, возвращается, там, кофе взял, такой просто с ноги встряхнул, такой, блядь. Мы помогаем только тем, кого кинули, а никто долбоёб, блядь. А никто шабалдина потерял телефон. Ты чё, ёбнутая? Чё я буду делать? Она говорит, ты чё, как ты представляешь себе, я буду сейчас всех опрашивать, кто на Думской был? Беги к дворникам и, блядь, говори, чтобы уронила где-то. На дворник уже сидит в Candy Crush играет, блядь. Ёбнутая. Да какое, перепушивает. На яблоке повисло, он охуевает сидит. Чё делать-то, блядь? Айфон 11. Я надеюсь, вы не будете превращать свою жизнь в паранойю после просмотра моей программы. Ну вообще, если вы познакомились будем. С девушкой, вам никто не запрещает быть настоящим мужчиной, заплатить за девушку в ресторане или сделать какой-то приятный подарок. Но если девушка сразу... Ну, Решала хуйню советует. На первом все-таки свидании подарки дарить, это нужно быть каким-то долбоебом. Он цветы-то можно подарить, нет? Цветы, да. Я как такой... Все, вот ты, блядь, это подарок. Подарок. Цветы, ну хотя бы... Цветы лучше на втором свидании, чтобы... Если... Второе свидание надо ебать уже. Попробуй объяснить. Если ты принес цветы на первое свидание, ты же, по сути, ты же не знаешь, кому несешь цветы, да? Это означает, что ты, получается, любой шабалдино-балкарской шлюхе цветы приносишь. Но она, тем не менее, женщина. Но! А на второе ты уже несешь цветы человеку... И кондоны. Что, Юр, такое случилось? Бог наслал наказание. Бог все наказал. Да, что-то мне... Нужно подарить подарки. Я просто сказал, не надо дарить подарки. Боже, Бог, женщина. Знаешь, прямо типа, не понравилось такое. Типа, сидит популярный блогер, пиздит, не надо дарить подарки, и прям... Иди сразу. И ты говори быстрее, надо дарить подарки. Ну, можно,
Бля, Юрка, я был уж на месяц сказал дарить подарки. Дарите подарки всегда. Дарите подарки любимым девушкам. Я считаю, что знак внимания... Хватит, прекрати о подарках. Давай, блядь, дали... Но разумные. Боженька гневается. Ему что-то не нравится, что мы говорим о подарках. Я не знаю, что... Больше об этом не говорим. И не важно, какую сумму. 300 рублей на телефон или что-то больше. На телефон решал. Ты че, блядь? Он сказал, если просит от вас. Так это точно кидняк? Решал? Конечно. Ты че, стена на сайте знакомства? Он говорит, у меня на телефоне интернет кончается. Скинь 300 рублей. Это 100% кидняк. Не, но если теоретически подумать, может быть, за 300 рублей, но это не такие большие деньги. Ну, то есть, как бы, а вдруг? А что вдруг, все, Алекс? А кидняк вдруг, блядь. У легенды. Для вас это серьезный повод задуматься. Вот как-то так. Как-то так. Решала. Глава следствия. Женщина Диана, мать двоих детей. От нее ушел муж. И тут на Диану выходит некая... гадалка. Пишет ей в соцсети о том, что на ней порча. Но порча... Ну, как профессор Мариарти, не могу не отметить вот уровень. Как они вот, у них какие-то сети осведомители, а реально. Узнают, как да. Они вот, да, вот и всегда такая хуйня есть. У меня даже вот в Пензе там была такая хуйня, когда разводились кто-то там, подруги у матери. И сразу тут как сразу они тут, хуй знает, кто-то наводит, не иначе как, блядь. Это прям банда какая-то. Слушай, видишь? Ну интересно. Типа сразу ушел муж, и к тебе приходит, типа, ебать, а я могу мужа-то вернуть. А они правда, слушай. И 25 тысяч неси, блядь, так сразу мужа и прыгнем. А каково мужу в этом состоянии находиться? Вот я не понимаю, вот допустим, например... На мужа колдовство не действует, он просто бухой где-то лежит, блядь. Я понял. Ну, брать, разумеется, за деньги. И чтобы Диана была уверена, что гадалка она настоящая, та стала сыпать подробностями из личной жизни Дианы. Результат? Да вы и сами понимаете. Проблемы остались, а вот денежки тю-тю. Точно, да, я видел какую-то хуйню, где что сейчас гадалки работают через соцсети и всю эту хуйню брать. Смотрят, то есть, где ты учился, с кем. И типа, это, я вижу, типа, что-то из прошлого. Ну там какая-нибудь тёлка, и у нее какая-нибудь древняя фотка с каким-нибудь рыжим, типа. Надо сказать, что... Они такие, вижу, прошлая судьба твоя, настоящий возлюбленный твой с огненными волосами в театральном, где ты там учи. А это, на самом деле, они просто альбомы нашли, блядь. Чувак, я просто говорю, так, назови мне длину моего пениса, все. Все! Так она скажет, короткий. И ты такой... Бля! Она такая... Все, ты настоящая гадалка? Мне позвонила. Гадалка! Как? Алло! Как? Откуда? Алло! Откуда? Гадалка черпает свою информацию из астрала, я тут только... Кто, кроме меня, не знал, что у меня короткий? Да, все знали, конечно, но просто вы не знакомый человек. Кто его видел, да? Откуда вы? Как вы так угадали? Такая у всех короткие, на самом деле. А такая, вы европейские. Кроме тех, у кого длинные, их мало, они трубку даже не берут. Да-да. Они берут, все равно хуй огромный. Они сразу говорят, мистер огромный член. 100% с ней поработала мошенница. Так что с Дианой будем встречаться. Едем сейчас к ней. Блин, конечно, такие машины... Музыка, как в этом... Ханс Симмер, блядь. Ван Хельсинг какой-то. Ну, за такие мошенничества интернет нужно давать, как мне кажется, все-таки реальные сроки, пожизненно, блядь. Пожизненно, нахуй, мне кажется, что... Чтобы эти гадалки сидели на черном дельфине, всю жизнь гадали, блядь, когда они там уже откинутся. Это беспредел, блядь, на чувствах людей играть. Это хуже убийства. Ладно, человек убивает, а тут наёбывает. Да, наёб, блядь, и причём на это не о нервах, там, жизни рушат. Кидняк, это кидняк. Нужно отдельную статью в УК РФ ввести. Кидняк. Кидняк. За кидняк сразу расстрел, блядь, ёпта. Ладно, мошенничество, но кидняк, пиздец, кидняк, это... Надо эту крысу с ведром, чтобы ей... Жарить, блядь. Диана. Здравствуйте, брат. Здравствуйте. Я так рада, что вы приехали. Пойдемте вот на кухню. Хорошо. Проходите вот. Спасибо. Ну, люди, которых кинули, они всегда рады любой помощи. Они прям, да, мне да. Кажется, даже если бы он просто не помогал им, а просто выслушивал, они как бы все поддержка равно... поддержка просто. Да, просто вот расскажите, как вас кинули на 25 тысяч. Она бы высказала... Значит, кидаем. Чуть легче стало бы, знаешь, просто, блядь, выслушать. Кто бы похлопал ее. Чайку попили там. Да. Ну да, действительно, бывает такое. Могут... А вот такой, типа...
Но деньги мы, конечно, за хуй вернем, и мужа тем более, знаешь, а мужа-то... А мужа вообще хуй, что я ему скажу? Знаешь, они любят вас. Прикинь, да муж приходит, этот чувак из первого, блядь, этого, который курьер такой, блядь. Да, такой. Я ушел, чтобы заработать больше денег, блядь. Вообще не, тут странная какая-то история. Обычно люди там... На бабу с прицепом. Не гадалок, а тут тебе сама гадалка написала. Ну да, как-то странно вообще, да? Мягко говоря, странно. Знаете, мне прямо вот вообще стыдно, как я вообще могла. Я всегда считала себя разумной женщиной. Как я вообще на это повелась? Ну, видимо, попала в нужный прям момент. Вот скажи мне важный вопрос. Информацию о себе ты где-то вывешивал? В соцсети. Там писал о том, что там муж от тебя ушел. 100% в соцсети. Ну что, там все только в соцсетях, все хвастаются. Какой нормальный человек будет вот это все писать? Слушай, нет, то есть она не публика, а вот тогда мой вариант кедника-то сдувается, получается. Да, он у тебя самый примитивный. Муж, не иначе как муж, может блядь. Может быть, муж – это ебарица новая мужа, и она притворилась гадалкой, выложила деньги. Не удивляюсь, люди о себе такое пишут, и правду, и неправду. А потом удивляются, почему у гадалок столько информации про них. Она мне еще всяких подробностей наговорила. Я вообще про такое никому не говорила никогда. То есть, что-то из интимной жизни, точно, новая. Новая шлюха мужа, отвечаю, блядь, новая. Так вот, да, вот... Шерлок Хованский, доктор Власовсон раскрыли. Раскрыли, это все. А знаешь почему? А? Это все головоломки Смоголь ТВ, я тебе... Смоголь ТВ. Да, все, ты теперь сразу видишь, кто убийца. Сразу, тебе просто вот три фотки нарисовали. Я сразу вижу. Нарисовали, кто убийца? Бабка. Ебарица ее. Новая ебарица мужа. У меня муж один раз очень сильно ударил. Так. Никто не знал про это. Я говорю, прям как в замочную скважину подглядывала. Ну, раз не писала, значит, у гадалки просто информатор какой-то. Марианна ее зовут. И она, значит, мне написала, что... Ты не настоящее имя. Марианна? Ну, нахуй, чувак, сейчас тенденция называть вообще... Ну, она бы не успела, если сейчас назвали, уже стать гадалкой, блядь. Это как Снежанна. Блядь, чувак, цыганята бегают там лет 9, уже, блядь, тебе по ручку золотить просят. Это цыган-то недооценивает. Сейчас, ну, порчу эту, если не снять... Слушай, а почему я вообще решил, что это цыгане? Я не понял. А ты боишься цыган панически? Говорит... Ты веришь в гипноз? Я пытался как-то тебя разубедить еще в бомбилах, ты не верил. Я видел, ты 2 раза с Юликом говорил, что очень боишься цыган, что они умеют отбирать все деньги. Я не боюсь, я просто знаю. На самом деле, люди, которые не подвержены кодированию гипноза, они также не подвержены цыганам, то есть очень внушаемые люди. Хотя какой-то чувак написал в комментах под вашим видео, смешно, что говорит, у меня батя сказал, это все хуйня. Взял, пошел проверить. И вернулся, говорит, я не знаю, как дать ему все деньги. Я видел, да-да-да, но... И что, ты хочешь сказать, что это вообще, что ли, хуйня нерабочая? Ну, я хочу сказать, что ты боишься цыган. Вот что я единственное могу сказать. У тебя если вы хотите до усрачки напугать Антона, то есть он, может, не боится даже пистолетов каких-то, это... Просто оденьтесь в цыганку, поймайте его на улице и типа... Он можно даже просто идти за ним, кричать проклятие цыганские вслед, я думаю. Заебал, чувак! Да и же нет! Надо этого делать! А может быть. Антон! А ты пошел ты! Будешь несчастным! 33 проклятия ждут тебя в жизни твоей! Длинная она будет, да несчастливой! Никогда любви ты не встретишь! Ебать ты больной! Отъеби сейчас у меня! Хули ты творишь-то, блядь? Уел, что ли? Будешь проклят, бро! Чувак, хватит! Хорошо, но как цыган, я, если полтос мне дашь сейчас, я все сниму. Ой. Я тебе отвечаю, чувак. Ты можешь, пошел, мы можем, нахуй. Не, мы можем просто дальше снимать. Но, как бы, проклятие-то останется. Я его сниму, полтос, вот прямо сейчас отдаешь 50 рублей. И все, я сниму. Вот как я сказал, так я сниму. Есть полтос? Да ты не цыган, иди нахуй, что тебе дальше? Чувак, не пошел. Ты только, ах ты ебаный Россия. Значит, проклятие русского человека для тебя ничего не значит. Мне нужно быть с бородавкой, блядь. Нет проклятий, просто, блядь, гипнозом не... проверим. Ты сам еле на ногах стоишь уже.
Как часы, как и цыгань, ты видишь? Друзья, чтобы вы понимали, сейчас время 5:30 утра. 5:30 будет у тебя в штанах! А сейчас, подожди, полтаху найду. Вот это уже как бы аргумент. Полтишок, и все. Все. Вот как работают цыгане, чувак. Я думал... Они нашли мой криптонит. На пол. На пол шишки, блядь. Встреча денег стоила. 3000. Ладно, допустим, ты сходила к ней на прием, она тебя 3000 всего, прикинь, вот как вот. Всего? Какой мелкий мальчик. Это бак бензина, блядь, 1.5 даже. Так я думал, ее вообще на квартиру там разведут, на это, что типа спланированная такая операция, все 3000. Какую-то информацию, что ты ей поверил. Это реально муж, походу, ушел на бутылку со своей новой любовницей, пытался наскрести. На аборт, ёпта. Ну надо все-таки понимать, дергать решалу из-за 3000 рублей, это как-то это, блядь. Там бабки похоронные. Деньги проебывают, блядь, ёпта. Ну, 3000 это... Расчувствовался ты, да? Ну, не, слушай, 3000 это та сумма, когда вы можете, как бы, ну, это плата... С потерей. Плата за ошибку, типа, за опыт, как бы. Вот когда уже 30 тысяч, а у вас зарплата 15 уже тысяч, уже тогда, блядь, да, имеет смысл. А 3000, как бы, ну... Ну, она сказала, что чтобы снять мою порчу, надо выпить отвар трав 3 раза. И все, и портит. Каждый по 1000. Уйдет, и муж вернется, и все нормально. Нет, там наверняка больше насчитает сейчас. Здесь стоит, наверное, как чугунный мост, да? 25 тысяч. Во! Бля, чувак, подожди, здесь 3 прием и 25, и там получилось трав, блядь, почти 30-ка, ебать. А ты бы дал мне полтинник вот сейчас, а я бы такой, а заговорю, хочешь, скажу тебе счастья, пожелаю, успехов, все, будет 1000 стоить. Ой, иди нахуй. Ну все, всегда будет счастливо стоить, любое начинание, бля, твое, чувак, молодой человек, все будет успешно, карьера у тебя будет идти вверх, все любить тебя будут, все родственники твои будут жить долго, все, ты доживешь, все, никакие хворь будет обходить. Блядь, чувак, ну ты... Тысячу. И хворь обойдет дом твой. Нет, ничего, блядь. Дом, деньги. Но будем честны, если бы я был цыганом, ты бы обоссался. Да еще под Дэну. То оказывается, что нет. 25. Еще и 25 не хватило, бля, еще больше, пиздец. Вот. Остальные 50 мне пришлось занимать. При этом она мне говорит, что ты... Ну, не квартира, но видишь, как они работают, блядь. Прям 3000 сначала. Это что-то допустимое для всех. Потом 25. Это сумма, на которую можно собрать, в принципе. Потом уже 50 это надо занимать. А дальше она 150 потребует. А потом, блядь, если соберешь... А то уже, блядь, недалеко. Иначе не подействует вот это все. А знаешь, почему она тебе это сказала? Потому что это... Я прям жду, говоришь, кидняк. Это кидняк, блядь, потому что... Ты ни с кем не могла, чтобы тебя некому было из космоса спустить на Землю, что ты уже в схеме. Вот для чего она это сказала. Ох, я там не в космосе была, конечно. Так всех так обычно делают. Первым делом промывают мозги, что не слушайте друзей, блядь, это они точно пиздят вам, типа... Вы даже не представляете. Чтобы не выдернули из секты. Да, но Том Круз было похуй. Он теперь может стрелять глазами в планеты, блядь. Нет, он двигает звезды, блядь. А двигает звезды взглядом, глазами, да. Он, да, передвигает их. Я ничего не соображала от горя. Но заплатил он, судя, сколько там, 50 миллионов, 25 миллионов. Ну, разве это... Деньги за возможность двигать звезды. Да. А он их не двигает, я так понимаю, что, типа, он верит в то, что может, но он, ну, чтобы не нарушить мироздание. Лучше не надо. Да, но лучше не надо. Ему сказали, вот, Том, теперь ты можешь, но ты, конечно, так не делаем. А кто тем... раздает такие возможности? Саентологи. Самые крутые. А что же они могут еще? Они? О, ну... А заплати если... 25 миллионов! А если... Позолоти ручку! Давай соточку! Начнем с соточки! И ты сможешь как бы очистить эмоциональный фон. Заплати мне 1000, Антон! И ты сможешь убрать все токсины, негатив из своей жизни. А заплати мне 25 миллионов долларов! И двигай звезды, блядь! Я... Принимаем кредитки. Пиздёж. Полная, ипотеку. Блядь. Квартира у тебя вроде как должна быть. Вот, ну, она ещё не построена. Подождите год. Возьмем и такую. А звезды уже сейчас можешь двигать, а? Вот плакала с утра до вечера. Понимаете, я на почте работаю, у меня там будет зарплата. Я всегда знал, что я какой-то особенный, кстати. Да, что ты? Ты когда смотрел в детстве в это звездное небо? А я уже саентолог, я не цыган, я. Вы не чувствовали себя, когда в детстве все остальные дети смотрели на небо и видели там просто желтые звездочки в черноте?
А вам не казалось, что вы видите там что-то большее? Это потому, конечно, что вы прибыли с другой планеты. Да. Вы всегда были душой, заключенной в этом смертном земном теле, но вы прилетели с другой планеты. Вы всезнающий и всеведущий. Тысяча. Тысяча! И продолжаю. Мне отец говорил, что я дурак и кусок. Просто ваш отец был, да, потому что иногда духи попадают в тела, не, а это как бы не наследственно. Они просто выродились в нужный момент. Дух тысяча. Ну я. Да все, тысяча, ёк. Муж был моей надеждой и опорой, а тут вот. Я тогда даже к психологу в кризисный центр пошла. Ну, это, кстати, нормально, блядь. Вот лучше бы она к психологу... Психологу, да? Во-первых, там бесплатно кризисный центр. Там сидят... Там? Да, конечно. Ладно, чего? В кризисный... Это телефон доверия, по сути, чувак. Они обязаны, блядь, самоубийц всяких и этих... Кому же не обязаны? Антон, на телефон! Я хочу покончить с собой, вы обязаны мне помочь. Антон такой, мы никому и ничем не обязаны. Я обязан. Прям бах. Хочешь прыгать? 100 рублей стоит моя консультация. Центр, психолог. Да я сейчас прыгну. Там такие же женщины, как я. Да ты сыщ, ты чего? Да ты сыщ, да ты сыщ. Хотел бы прыгнуть, не звонил бы сюда, блядь. Да ты сыкло, блядь, ты бы уже прыгнул. А вот в этом кризисном центре... Че, а, ну не проиграй, ёпта. Про то, что муж тебя бьет. Ну, конечно, там все так рассказывают, все делились. Ну, ответы на поверхности, где у этой гадалки однозначно информатор вот из этого кризисного центра. А, блядь, нихуя, то есть это не муж, а, блядь, психолог-стукач. Охуеть. Группа такая была, закрытая в соцсетях. А можешь мне эту группу показать? А, ну, пиздец, вот знаешь, никогда не подумаешь, бля, психолог-крыса, охуеть. Я-то думал, муж, блядь, это... Перезванивал цыганке и все рассказывал, сливал. А это психолог. А прикинь, сколько там людей. У одной там муж въебал. И все обращаются. Я еще не успела из него выйти. Жесть. Какое-то... Понятно. Понятно, блядь. Ты когда к гадалке ходила, адресок-то запомнила? Да. Записан. Пришли мне адрес гадалки и адрес этого кризисного центра. Ага. Куда же первым пойти? Как в Telltale, знаешь, развилка. Я бы пошел первым делом. Есть. Гадалки. Ебало бы и набил бы, блядь, и потом спросил, где, как тут. А знаешь, что зеваешь ты, сынок? А чё? Хворь уже на тебя наслал. Сотку. Ой, иди нахуй, чувак. Время, блядь, 5 утра. Всегда будешь хотеть ты спать, но никогда не сможешь выспаться. Будешь ты вечно зевать. Вечно будешь сонный, не выспавшийся. Никогда не узнаешь ты покоя. Сотку. И все, и снимем. Просто отдай сотку. Ну, прикольно же на денег, видео. Ты мне денег должен. Я тебе еще не дам. Отдай долг сначала. Если вы разберетесь, Юра, знал, что денег столько потерял. Ты вообще себе такой дурень. Больше о деньгах не говори. Ничего. Понял? А что говорить? Не будет их у тебя теперь. Не будет. Где она? Ошибки, главное делают, делать руками. Да, конечно. Пугай. Позвоню. Будто пассы делаю какие-то, знаешь, типа магические, блядь. Здесь просто говорить неэффективно, а вот так. Ах, вот сразу. Так довольно похоже выглядит. Да. Я старался. Все, не провожай нас, мы поехали. До свидания. Все, ребята, поехали. Ну и что, в гадалки едем? Ну да. Правильно, выбор. Что мы имеем? Гадалку Марианну и какой-то подозрительный кризисный центр, из которого уходит личная информация посетителей. Работать надо по двум. Решал так всегда говорит, уходит. Да-да, значит, уходит. Уходит. А у нее ног нет, решала. Она не будет. Ее какая-то крыса поганая снимает. У нее нет, крыса усатая, плешивая. Информация, она не уходит никуда. У нее ножек нет. Через гадалки. Адресок у нас есть. Тем более на том районе у меня живет одна знакомая. Сам-то я сходить не смогу. А еще? А у знакомого попросить можно. Короче, по дороге. Лицо спалено много раз. Он только туда ходит, где его могут узнать. И то, помнишь, его не узнали, ебальник разбили. И только потом извинились. Такие, о, решала. Решала, так и мы-то думали, просто ебальник разбили кому-то. Это. А это был сам решал. Сразу вернули и машину, и всю хуйню. Да-да-да, извинились, потом еще это сами пригнали, куда сказал. А, нет, это не... Лида, здравствуй. Привет, Влад. А чем ты сейчас занята? Да ничего особенного. Слушай, у меня к тебе дело есть, мне нужна помощь. Ребенку у тебя на районе есть там адресок один.
В этом адресе принимает гадалка. Я очень хочу, чтобы ты к ней сходила на прием. Так, что ты вообще-то шопингом хотел заняться? Да-да-да. Ну, ладно. В адрес. Побуду наживкой в твоей игре, решала. Мне все равно делать нечего. Может, давай. Я возбуждаю это дело. А кого не возбуждает? 14. Решала, ему похуй. Он уже пересмотрел этого. Все, до встречи. Решала любит, так, как это. По любви. Чтобы его побили чуть-чуть. Потому что его тяжело как бы удается получить, знаешь, боль немножко. Немножко так, типа, наручниками придушили чуть-чуть. Чтоб, да, слегка. Дёрнули там что-то. Но не сильно. После 90-х тяжело испытать ощущения в полной мере. После страха. Того, чтобы... Все расслабили булки, никому не страшно. Здравствуй, моя хорошая. Спасибо, что вы собой. Нигде не чувствует дыхание смерти, которое прямо вот, блядь, сантиметры от тебя. Уже никто не живет. А раньше оно было, это дыхание, оно буквально вот... Вот, оно чувствовало. Ты прям ледяное. Ты шел по улице просто, и оно вот проносилось мимо тебя. А теперь ты идешь. И решал тоску, сейчас все такое, просто каких-то лохов да. на 25 тысяч кидают, блядь, это не жизнь уже. Просто... Раньше могли тебя просто с обреза стрельнуть из рукава, блядь, никто не понял. Он просто типа берет, знаешь, типа, возьми револьвер, возьми. Прокрути. А, вот так вот? Крути. Нажми. Нажми! Я сказал! Нажми! Ты че? Она типа нажимает, а он типа. Да не было такого, ты уже придумываешь, блядь. Еще раз. Типа, и она такая, это уже два. Он такой, три. Она такая, ты че творишь? Там уже три. Вероятность увеличивается. А он опять крутим. Правда? Прокрутим еще. Ты, по-моему, на Жека сходил, наверное, нет? Тебе понравилось? Решал и езжу. В 90-е все были Джок. У меня к тебе такая просьба. Вот в этом доме работает некая гадалка Марианна. Вот. Я бы хотел, чтобы ты к ней подошла и узнала, как минимум, живет она там на месте или нет. И если живет, нужно как-то там напроситься к ней на прием. И, конечно, было бы неплохо, чтобы ты установил камеру. Нихуя. Блять, а когда вообще... Давай я тебе поставлю еще. Возможно. Не, ну, решал, ты немного ли просишь? В чужой квартире камеру? От телочки, которая, типа, у тебя знакомая с района, так-то иди. Нужно узнать. Хорошо. Напросись к ней домой, хорошо. Ага. И камеру. И поставь камеру. Да, и че еще? И вот подсыпь ей это, блять. Да, и пока она в отключке, обыщи все. Да, обыщи все. И укради все деньги у нее. Потому что это вор. Вора можно своровать. Справишься? Не страшно? У вора нельзя воровать. Че это? А че это ему можно? Вора. Воровать не может, Антон. А я не вор. Нет. Воровать только у лохов можно. Ты что же это? Так он вор-лох. Получается, если его своровали. Какой же он вор, если его обокрали? Лох. Интересно. Я буду смотреть за все на мониторе, так что не волнуйся. Базарю. Все, 136-я квартира. 11-й этаж. Хорошо. Лида, конечно, молодчага просто, даже вопросов лишних не задавала. Надо помочь, значит, поможем. Решал любит таких девчонок, которые не задают лишних вопросов. Решал просто говорит, так, надо приехать ко мне. Зачем? А я тебе больше скажу. Все любят девчонок, которые не задают лишних вопросов. Это такая вам, девочки, на заметку мудрость. Те, кто не задает лишних... И я тебе больше скажу. Больше они больше получают. Даже любят мальчишек. Не в сексуальном плане, но тем не менее. Все любят всех, кто не задает лишних вопросов. Да, это хорошие ребята. Никто не любит те, кто задает лишние вопросы. Вне зависимости от пола. В этом и смысл. Лишние вопросы. Они... Да, он так поэтому лишние. Так он называется лишним, потому что он не нужен. Да. Вот где гадалки живут. В обычных 9-этажных. Не смогла предсказать, что в нищете будешь жить. Почему? У меня и такой квартиры нет. Я бы с удовольствием пожил в такой 9-этажке. Но это Москва, не стоит как 5-этажка в Курске, например, целиком. Блин, на одной площадке с Озоном живет. Ну что, а кто там живет? Здравствуйте, вы Марианна, гадалка? Здравствуйте, в чем дело? Ну,
Похоже, сама Марианна и есть. Я попасть к вам. Дело в том, что у меня такая ситуация. Кто вам про меня сказал? Логично, кстати, она же разводит людей, по каким рекомендациям могли прийти к человеку, который разводит? Решал, порекомендовал. Никто же не стал бы рекомендовать того, кто на деньги развел, блядь. В принципе, чего съезжать-то? Опасаться-то ей особо нечего. По закону она как ничего не нарушает. Сказала, что вы мне очень можете помочь. Решал, только что сказал, что вы можете быть гадалкой, наебывать людей. Да, вам же все можно. Да. Потому что от меня муж ушел, и только вы можете мне помочь. С теми, у кого вижу проблему. А у вас никакой магии нет. Логично, ну правильно, она работает там, где он. Смотри-ка, чё, а с улицы-то она людей не берет. Тех, кому она подход имеет через социальные сети, она информацией обладает. А тут нет возможности людям на уши лапшу вешать. Вот она с улицы и не берет людей. Может, не так прийти тоже туда. Она такая, у вас магии нет. Есть! И открывает дверь. Как это не... Я... Есть магия сильная, надо снимать. А ты бы просто не дал ей дверь закрыть. А я да. Она такая, закрой. Я говорю, что такое? Что? Дверца не закрывается. Дверь не закрывается? Может, да? Заколдована, нет? А че, не расколдуешь? Да, расколдуй. Расколдуй-ка дверь, чтобы она закрылась. Может быть, доколдовать. Или можешь ментов вызвать? А ебало разбитое тебе наколдовать? Ты тут мошенничаешь, давай вызовем ментов, блядь. Или... По-доброму, да. Блядь. Сейчас я наколдую мусоров одним звоночком. И все. Прости, Влад, она меня не впустила. Логично. Я все видел. По крайней мере, теперь понимаем, что живет она в адресе. Влад, подбодрил. Давай камеру. Отсюда сниму тоже. Я надеюсь, все. Вы ее поймаете. Спасибо тебе. Ну, я, кстати, что хочу сказать. Не-не-не-не-не, просто много на ком были петли, да не снимал Чижов петли-то с мужиков никогда, блядь, не, типа, такой, иди. Иди-ка, я тебе сниму. Да, типа, какая невероятная нежность. И это так близко, он был так близко. Да, типа, снимал. Мне казалось, звукорежиссеры есть для этого, они, не надо, не отруждайся. Все, я запекаюсь. Ну, вот, Чижов прямо сам. Из-под сисечки заберу. И он, да, петличечку. И он так прям, ой. Стоишь, что ли? И вот такой, ладно, пока. На связи. Миш, давай за квартиру устанавливай наблюдение. Надо посмотреть, с кем общается эта Марианна, с кем встречается. Может быть, выйдем на ее информатора. Хорошо, понял. Че, поехали. Терпение и время. Да, блядь. Решал бы менял хоть тачки иногда, а то я думаю, просто в какой-то момент кидал и запомнит, что... Когда черный джип стоит, это... Да, просто как плохой это... Черный стриж, когда в окно влетает, это к смерти, блядь. А когда у тебя черный джип под окном, это к тому, что твою мошенническую схему сколько... разоблачат. Что камеру не поставили, это, конечно, не очень хорошо. Но кстати, если верить квадрокоптеру Решала, то Москва как Питер выглядит. Просто у Тимати с Гуфом такие пиздатые планы, а вот тут сразу видно, что это полная хуйня. Такой же город, как и у нас, блядь. У них хрущевок поменьше, их всех снесли нахуй. Фатально. Параллельно надо работать непосредственно с этим кризисным центром. Ну, понятное дело, что я туда не пойду, тем более с камерами. Тут, конечно, надо кандидатуру подобрать, кто справится с этим вопросом. Короче, надо еще подумать. Лошка того, блядь. Который в прошлый раз поймал. Да, наивный, блядь, придет реально. Он теперь попал. Он решал, когда-нибудь ты должен будешь. А как он с этой тёлкой познакомился со всеми? Я тебе помог? Но когда-нибудь ты должен будешь помочь мне. Бля, клёвый гараж. Я Катя. Это гараж, я думаю, это коворкинг какой-то, блядь. Гараж. Вот здесь садитесь. Катенька, я Татьяна. Присаживайтесь, Екатерина. Мы здесь уже... То, что гадалка не подключена... Не... Сразу понятно, это разводил Ваню офис. Просто это стулья, вода и ничего, кружком, блядь. Разговаривают. Моему астралу, а имеет банального информатора в кризисном центре, было понятно практически с самого начала. Основная задача – эту связь как-то обнаружить. Легенду, которую мы придумали с Катей для кризисного центра, содержали ряд подробностей. Вот именно эти подробности и должны были заинтересовать мошенников. Когда он какая-то меня первый раз ударил... На живца ловят. Я, конечно, была в шоке. Проударил. Он вбрасывает то же самое, что было, типа... И ушел, да? И это мне дал пощечину.
невообразимо. Я даже не знаю, что сказать. Я даже не знаю, что теперь делать. Мы сейчас смотрим это видео, а ведь кто-то из них может и быть этим самым информатором. Я попросил, чтобы Катя вступила в закрытую группу в соцсети. Я это сделал не случайно. Я попросил, мы вступили в закрытую группу. Так звучит, знаешь, типа супер секретно. Мы вступили в закрытую группу, послали заявку, и она была с фейковой страницы. Я решал, мне кажется, это прям, знаешь, вообще экспириенс. Супер, типа, ой, блядь. Он такой, если бы в 90-е у нас такое было, да, мы бы сейчас... Братков бы столько живых было, мы бы... И половину бы не завалили тогда. Секретной группы. Раньше же как было? Просто все, если что-то не так, надо ехать, стрелять. Стрелка Купчага, закрытая группа. Приезжают с огнеметом, блядь, люди на стрелу. Хули с ними делать, блядь, надо было валить. Делали хитрость всякую, типа ямы, блядь, как на мамонта, блядь. Братки ехали с огнеметом, думали, самые умные, блядь. А они вот приезжали прям в яму, блядь. И мы их туда гранату, блядь, вот так вот. Одной хватало всегда. Вот если под бак попасть. Самое место, где подельник может слить аккаунт Кати гадалки. Я взял и отправил в общую папку фотографии всех женщин, которые присутствовали на собрании кризисного центра. И что вы думаете? Группа, которая следила за гадалкой, опознала одну из этих женщин. Нихуя. Девочка, давай, не нужно ходить, все держать. Руководительница, нет. Зовут ее Галина. И мои ребята зафиксировали встречу гадалки с этой Галиной в торговом центре, где они за чашкой кофе обсуждали, как будут работать в ближайшее время. Пидораски, блядь. Пиздец, короче, представляете, друзья, приходите вы, чтобы в надежде, что вам помогли, чтобы решить вопрос, муж бьет. А тут куда кидняк, хуже? Блядь. А тут двойной кидняк, и муж бьет, еще кидает на деньги, это пиздец, жизнь под откос. Остается набраться терпения и подождать. Ситуация обязательно себя проявит. Проявит. Да ебало надо уже пить, блядь, уже вот-вот. Без минут на минуту. Опять Ван Хельсинг. Моя уловка сработала. После посещения Кати кризисного центра через неделю с ней связалась гадалка. Решал, как будто уже и корни отросли, блядь, перекрашенные. На ней родовое проклятие стало сыпать подробности в личной жизни, блядь. Кати, да. Но только именно теми, которые Катя типа неосторожно упоминала в разговорах в кризисном центре. Улавливаете? Ну мы и договорились уже с Катей, что вместе поедем на прием к гадалке. Единственное, что по дороге надо подцепить ее информаторшу Галину. Серега, выйди на связь. Подцепим, блядь. Какая балдежная жизнь, конечно, решал, это пиздец. По пути нужно подцепить. Подцепить. Ну просто сам факт в том, что вот решал прям вообще на никакой другой работы нет, что просто он решает какие-то проблемы. У нас тоже никакой другой работы нет, кроме как сидеть хуйней страдать, блядь. Не, ну понятно все, но у него-то гораздо интереснее, блядь, она у него прямо шикарная. Я скажу тебе так, хоть мы не решаем проблемы людей, которые попали в беду, мы решаем проблемы тех, кому нехуй заняться в интернете и нужно что-то посмотреть. Поставить на и фон, в какой-то мере, да, уроки. Один человек, который попал в беду, или 10 тысяч человек, которым нехуй заняться, кому лучше помочь? Ну... Тому, который попал в беду, но мы не поможем, поэтому... 10 тысяч человек выбираем, да, которые будут с нами веселиться, друзья. Серега, пасешь Галину? Да, я у ее дома стою, она должна скоро вернуться. Пасешь Галину. Пригласи ее проехать вместе с тобой, скажи, что это в ее интересах. Так что встречаемся у гадалки. Бля, решал, ты такой умный, конечно, блядь. Просто вот я представлю, я стою, ты стоишь, пасешь ее, да. Подойди к ней и скажи, что проехать с нами в ее интересах. Бля, я решал, я типа не учился запугиванию людей, блядь. Так ты научишься. Так можно вообще просто, знаешь, ты работаешь, типа... Так, видишь этого пидораса? Вижу. Сейчас подходишь, ебашишь его, блядь, по башке, чтобы он не видел удара, он отрубится. Люди отрубаются, когда не видят, откуда удар. Прям со всей силы. Откуда ты взял? В затылок ему, блядь. Потом его хватаешь, тащишь его, вскрываешь ближайшую машину, этой хуйню, грузишь в багажник, едешь мимо постов ДПС, не привлекаешь внимания. Ты, я ебать. Блядь, чувак. Я на шухере стою, ты меня скрываешь.
пускай решала, стой, блядь. Ты придумываешь такие схемы, блядь, ты думаешь, Влад Чижов будет подначивать людей, которые не умеют это делать? Ну, так он говорит ему, что уговори ее в том, что это в твоих идеях. Вот ты можешь уговорить девушку? Да, могу. Что поехать с тобой, подкараулив ее возле подъезда, чтобы проехать с тобой в ее интерес. Она тебе баллончиком пшикнет и убежит, бля, или по яйцам даст. Я скажу, твоя мать сказала мне, что нужно тебя довести до... Отличная идея. А то тёлки не общаются со своими матерями постоянно, блядь, ёпта, и не смогут... Я скажу, это не твоя мать, у неё украли телефон. Отличный план. А настоящая твоя мать, она находится в другом месте, мы к ней поедем. Ты приёмная, кстати. Да-да-да. У тебя другая мать. Большая история тебя ждёт, когда сядешь в машину. Тебя пытаются обмануть прямо сейчас. Ты был самым хуёвым сексуальным маньяком, который... садись. Тебе мама сказала, какая мама, типа, как её зовут? Да какая разница, садись. Тупо вопрос, не знаешь, как зовут? Ты что, не знаешь? Свою мать зовут? Да садись. Она ещё пытается убежать, ты едешь за ней. Да чё ты? Да, блядь, до села, 6 километров. Ты чё, тебя же убьёт кто-то. Не знаю, да садись. Чтобы безопасно. Да мамы-то везём. Как мамы? Антонина? Зинаида? Да, я не помню. Как там было? Да садись уже, дождь идет в машине, вспомним, давай залезай. Я такая, блин, ну ладно, села и все. Все, блядь. И все. И все, ёпта. Вот так вот. Ну все, сейчас, наверное, будет разбит ебальник. Ребят. Финальный аккорд, записать все это на видео. Я тебе сейчас с собой дам камеру. Хорошо. Держи, установишь ее аккуратненько. И вторую камеру я тебе поставлю, да, на лацкан. Блин, все-таки отправлять хрупких девушек как агенток, типа, это как-то, ну, хотя бы страховать кто-то должен, я не знаю, типа, блядь. А решал, мне кажется, больше думает о том, как бы, ты подлодском залезть. Ты бери камеру, прям, я представляю, как, знаешь, логово бандитов, это картель мы раскрыли, бери что, камеру, камера? Там Пабло Эскобар, а его дружки, которые человека убивали вообще просто за взгляд косой, сейчас ты их снимаешь. Всех сфотографируешь? Иди, нам нужно видео, все будет хорошо. Мы будем следить за тобой из машины. Что мы рядом. Да, мы будем следить. Просто такие хлопки сильные. И там такие вспышки, они такие, типа... Все? Теперь новый информатор нужен, блядь. Нам нужна новая камера, новый человечек. Давай. Хоть бы, не знаю, можно на первом этаже ждать или там хотя бы... Кого? Не-не-не. Машине посидим. Решал, думал, он закладывает в свой бег возможность выбежать из машины, взять телефон, закрыть машину. А зачем закрывать машину, блядь? Чтобы не тиснули ничего. А пусть кто попробует, блядь. А это... попробует это, блядь, чувак, пиздец, попробует. Легко. Это новый выпуск, он там забайтит на материал. Яна, сейчас мы с тобой поработаем. Работаем. Здесь потом дверочку закрывайте, проходите на кухню. Угу. Ну, понятно, конечно, это человек, который живет так, он не видит будущего, блядь. Почему? Вообще ты взял, кто видит будущее? Люди? Очень богатый, сверхбогатый. Да, ну, хотя бы она могла на ставках заработать себе немного, раз она ясновидящая, блядь, не знаю. Я не знаю, но, так не, она, может быть, может видеть всех, кроме себя. Да, нихуя ты сразу придумал, так а почему вы не заработали? Так я вижу все. Так а можешь ли вы другу предсказать? Да, чтобы он кто выиграл. Ювентус или Барселона выиграет, блять, ёпта, это же он спросил. Да расплывчато. Непонятно. Люди пинают мяч. Не могу понять, какая команда. Везде и негры, и белые. Не могу разобрать. Что-то, кто-то забивается где-то, какие-то голы. Да, не могу никак понять. Дайте тысячу. Да. Тысяча. Поставьте на всех пасту. Взгляд мутнеет, нужна 1000 рублей. Да, шар хрусталь начал это дымить. Все, 1000. Такое положение. А почему они все в сарафанах всегда? Сейчас мы соберем твою спину. Космическая, как мантия звездочета, знаешь, что-то такое. Поэтому не знаю даже, что делать. Да, нет, все так.
Думаю, что все получится. Сейчас аккуратненько, психологически подготовим эту Марианну. И все будет хорошо. Переживаю. Вот еще переживаю, не дай бог, мой муж заявится. Знаете, он не такой агрессивный. Он же, как узнал, куда я иду. Он же убить может. Так, рассверепел. Мешало будет играть мужа. Да нет, нет, что вы. Он, конечно, кричал, что он мошенница, что... Ну, человек, конечно, халтурно подошла к этому. Просто какое-то полотенце в нее. В смысле? Почему? Икона какая-то завернута. А где хрустальный шар? Где все это, блядь? Да, ну... это как раз-таки пахнет наебкой. Ты че, чувак? Везде, блядь, хрустальный шар. Они такие приходят. А где хрустальный шар? Она такая, так это наеб. Надо вот так. Икона в полотенце. Скатерть, ёпта, да. Серега, ты на месте? Да, вот на месте. Галина со мной. Тогда встречаемся у подъезда. Чик, так просто развести, да. А где хрустальный шар? Так это наёбка. Смотрите, икона в полотенце. Да. Ну тут-то точно вот все это... по-настоящему. Это... У меня подруги говорили, что их наебали с хрустальным шаром. Конечно. Ну, конечно, конечно естественно, наебали. Естественно, их наебали. Это ж наёбка. Вот. И настоящие гадалки там были. Настоящая гадалка. А я-то настоящая. Я-то... Знаете, чем отличие меня? От... Не настоящих гадалок. Я настоящая. Вот я не нас... наебу. У нас как у копов. Вот вы должны спросить меня... Настоящая ли я гадалка? Если настоящая, по кодексу гадалок я не могу ответить, что... Спрашивайте. Настоящая гадалка? Да. Кодекс гадалок. А сейчас буфер комнату разрезает, а тут прям чудо. Ну что, короче, так, отыграешь свою роль, я тебя отпущу. Я захожу первой, услышишь крики, заводи ее. Все, понял. Я говорю, что у Решала в сумке, мне интересно знать. Пыточные инструменты, я так понимаю. А что, можно... Будь пугать какой-нибудь этой, нахуй, железной девой, блядь. Ногти вырвем. А может, у него там этот? Там точно не что-то такое. Ловушка, как у этих самых Ghostbusters. А, типа... Туда ее засосет, он просто такой, ну, давайте попробуем, просто открывается, ходит. Я думаю, он ее сейчас так напугает, что она скорее сама ему засосет, блядь. Ты согласна на все, да? О! А потом в конце он просто берет и такой достигает, он такой, волшебно! Ну, типа... Не, в конце мэр Нью-Йорка постановляет распустить его штаны, из них вылетают все призраки, я такой, кто верт в Нью-Йорк в 10-й круг? Не, вторая часть, я хоть. А, понимаю. Это решало было? Я тебе сказал дома сидеть. Камшотил призрака. Я объяснял. Как сюда попали? Я все объясню, Валера. Убирайтесь, не кричите на меня, пожалуйста. Убирайтесь из моей квартиры. Валерочка, пожалуйста, только не нервничайте. Гадалка говорит, убирайтесь нахуй из моей квартиры. Уходите. Уйдите нахуй отсюда. Да все, все, все. Сейчас будет небольшая сценка, и тут ее за жабры прям, я думаю, бля. Вот прям, я вот. Смотри, сейчас будет момент. Рука села. А все, она потеряла контроль. Он сказал, села, она села. Все, понятно, что уже все, решала контролировать ситуацию. Он с рукой сидел. Это что происходит, подожди. Убирается отсюда! Это что такое говно? Сейчас пекаль какой-нибудь достанет. Ебать, там пакет! Решал. А это, кстати, вот... Это психологическая хуйня, пиздец! Как целлофан взять, начать расстилать. Любой чувак такой, типа... А ты что, резать меня собрался? Типа, нахуя ты стелишь на пол целлофан, чувак? Для чего? А понятно, для чего, блядь? Чуть-чуть, Валерочка, пожалуйста, не надо! Где у вас тут ванная? Что происходит? Он же что происходит? Я забыл, что происходит? Он же Не надо, мне кажется, когда ты кидаешь людей, нужно быть каждый день готовым к тому, что к тебе приедут убить. С мешком, да, типа, да. Это логично, просто, ну, вот, как, ну, понятно, человечество стало чуть более цивилизованным, но первая реакция, когда тебя обманули, какая? Вот я бы его убил. Первобытная. Я убью его, меня обманули, он оказался... Я его убью, Умней, он провел меня, он забрал то, что я своим трудом заработал. Пойду-ка я и убью его. Да. Вот так он искупит свою вину. Да, типа, очень странно, что она такая, типа, уйдите из моей квартиры. А вот если бы тебе сказали, не кидайте людей, блядь, да, ты бы перестала? Ты говоришь, уйдите, прекратите, не убивайте нас. Так, да, он решал, конечно, всегда такие методы решения вопросов, он привез с собой мешок. Из 90-х. А там ее ждут. Вот и все. Давай, заходи. Конечно, что происходит?
А, крыша звонит. Крыша. Сразу и сдала, блядь, ёпта. Я бы на месте этого чувака и убил потом. Я бы сказал, алё, кто ты это? Ты чё, ебанутая, нахуй ты мне звонишь, блядь? Что? Зачем камера? Чё трясёмся-то? Ты людей кидаешь? Ты людей кидаешь? Это неправильная информация какая-то, я не могу. Понятно, хватит. Остановись. Я всё рассказала, всё, всё, признайся. Хватит. Диану помнишь? Помню. Отлично. Сколько ты у неё денег взяла? 52. Не 75, а 78. Трёшку ещё забыл. И трёшку трёшку забыл. Я говорю, 25? Крыса. Нет, 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 78. Трёшка вначале за первую консультацию. Ты всё запомнил. Приём. Бабки придётся вернуть. Бегом. Серёж, слушай, бабки наличными есть. Мне кажется, Решал должен не только бабки, но им какой-то общественной работы давать, чтобы контролировать, чтобы они там утки в больнице старикам выносили. Да, да, чтобы они вот... Чтобы поняли, бля, а то... Поработали на благо общества. Это же мало, их поймали, она затаится месяца на 3, на 4, а потом деньги закончатся, и вот опять. Она может вообще в Петербург переедет и будет здесь обманывать. Да, людей. Надо как-то все-таки более как-то жестко. По кидникам-то, бля. Дала деньги, перестаньте не снимать. Это ж не все. Даже что это было, решала сдачу дал, что ли? Ну да. Че? Ну двушку она же, чтобы больше не брать, чем она должна, он дал сдачу. Да, да, вот такой, типа, да. Вот, это что, сдача? Я сдача. Вот сдача, ёпта. И мне было дает, типа, это еще не сдача. Ты думаешь, это сдача? Да, да, вот сдача. Меня зовут Баб Чижов, это моя съемочная команда. Мы тебя снимаем для программы «Решала». Программа о мошенниках, чтобы люди знали, как такие, как ты, работают. Ты сейчас за... Челки, а прям изображает, будто сердцем плохо, знаешь, типа... Ой! Нереальная. Ой! Кто ты такая? Чем ты занимаешься? Если сейчас на видео не расскажешь правду, сейчас всю процедуру продолжим. Где? Милиция? Начали. Меня зовут Марианна Столова. Я гадала... Кому ты гадала? Где ты информацию брала? Свою информацию, что я брала информацию пострадавшего. Крокодильи слезы, бля. Я реально уебать, бля, разок нахуй. Может, представишь там свою подельницу? Да, Юрий. Че краснеем-то? Как зовут? Ну, а это сотрудница. Не чувствуется. Этого. Вот у этой она раскаивается. Видишь, она стоит руки по швам, вино, все, как вот прям на этом. Ну да, да, уже как. Я гадала. Ну да, конечно, не похоже, не похоже. Обманывать людей более стрессовая ситуация, чем признаваться, блядь, своих. Обманывать страшно, блядь. А вдруг ебальнику дадут, а вдруг это, блядь, она. Ой! Ой! Я! Ой! Ой, кого ты? Это больше всего боится. Чувак, она боится, что ебал разобьет. Надо было информацию-то сливать. Стыдно. Ну, в общем так. Ну вот ей стыдно, по ней видно, а это просто хуйня. Тебя в комментариях. Где в ебать? Соцсети. Удалишь, приеду с процедуры по-настоящему. Ну это же лживая совершенно. Она даже по ней... А ты, бля, прикинь, ты ошибаешься. Ты ошибаешься, человек. Она испугалась до ужаса. Никогда в своей жизни она так не пугалась. И такой, эта сука не раскаивается. Слушай, ну если это испуг до ужаса, получается, все тёлки, с которыми я спал, были... Испуганы до ужаса! Раз... Да ты разве видел когда-нибудь испуг до ужаса, брат? Это так, это типа, как только паяльник достал, да, типа. Все, пакеты вам на память. Мы шутим, конечно, это все. Тесак пока забираю. Зачем нужен паяльник, если есть дилдак? И че, да, слушай, там спасибо тебе только скажут. Огненный. Как у аватара, знаешь, это огонь, вода. Я все равно спасибо скажут. Мне кажется, там просто... То есть, у них и так это все. Водой вот идут в ванну, блядь. Огнем, мне кажется, какой-нибудь... Огонь. Кукан. Кукан, да, там, блядь. Турецкий. Забавно, что именно турецкий. Ну, типа, да, там... Самый огненный. Говорят, да. Он в шапочке красненькой такой, на залупе, типа... Я, Юр, честно говоря, не успел разглядеть. Не до этого было. Катюш, спасибо тебе большое. Вот без тебя реально не справились. Серег, в этот раз не убили, Катюш. Положить на счет. Им бы там отправишь. Вот тебе, по номеру телефона 78 тысяч. Все, Катя, отвезешь? Да. Все, давай. Давай. А он в салон поедет сейчас, решала. Никуда он не поедет, это конец серии, очевидно.
Что он заключение-то даст? Дай угадаю. Диана, не ведитесь на кидняки. Да. Не будьте лохами и не ведитесь на кидняк. Все, что скажет нам Влад Чижов очень длинными предложениями. Да. Я деньги получила. Такое облегчение. Все долги теперь верну. Огромное вам спасибо. Диан, ну все хорошо, что хорошо кончается. Все на долги верну. Будьте осторожны. Не нужно доверять всем этим чудесным гадалкам. Ладно, просьба к вам будет такая. Я чуть попозже скину вам видео. Там признание этой гадалки. Вы распространите в этой закрытой группе. Среди жильцов вашего ЖЭКа. Да-да, конечно. И в группе размещу девчонок. И везде, где только смогу, у друзей всех подряд. Ну вот, отлично. Все будет у вас хорошо. Все, Диан, всего доброго. Спасибо вам, Влад, огромное. Поражаюсь я иногда людям, которые верят в подобного рода мистику и чудеса. Мошенники как раз на этом и работают. Они говорят, что в твоих бедах кто-то там виноват. И за бабки готовы решить вопрос. Может быть, свой? Блин, обещала, я все понимаю, но двумя же руками нужно машину вести. Да, просто... Кидняки. Все хорошо, ты учишь, но можно же просто говорить кидняк и не обязательно рукой вот показывать, когда ты за рулем. Обязательно. Он прям, слово кидняк невозможно сказать, вот не показав его. Вот кидняк выглядит у Решала вот так. Вот так, блядь. Он ведет, он просто не может... Не понимаю, как люди могут вот... Ну, нужно, это как бы часть. Ну, если ты побудь с Решалой, блядь, и тогда побудь сможешь. Побудь с Решалой, блядь. Беса. Может быть, хватит набивать карманы этим прохиндеям? Вот как-то... Он даже, когда ему не нужна рука, он все равно одной ведет. Ну, ему, он, да, ему он похуй. Любит так это, немножко на опасности быть. Кстати, вот, ну, похуй, тут уже понятно все, выпуск закончился, но не объяснили, почему он всегда на два места встает. Потому что его на каком-то выпуске... Зажали? Зажали на двух местах, поэтому он всегда встает на двух. Чего, блядь? А ты думаешь, что грабители не смогут... Так если справа и слева есть машины, то лишний-то ты же не пол машины не вставишь, блядь, мотоциклами разве что, блядь. То есть он стоит... Но они тогда побед... Например, есть справа машина, вот свободное место, и он стоит наполовину этого места, чтобы даже дверь нельзя было открыть, типа, блядь. Но они встанут тогда за его машиной, и опять Решалов в ловушке. Он выходит, у него просто маленький периметр. Моголь ТВ, задача, напишите, да, как решали ставить машину, чтобы его не отпиздили сразу. Пишите, нарисуйте. Пока время идет, вы можете подписаться на канал Антона Власова, на канал Юрия Хованского. На моем канале мы пробовали снюс первый раз в своей жизни. Ужас, блять! Конечно, чуть опять не сдох, друзья. Но балдежнули по полной. Как вообще? Гительман бы, бля, ёпта, охуенно. Оценил, друзья. Да, переходите, подписывайтесь, ставьте лукасы. А на сегодня все. С вами были... Да, Антон Власов и Юрий Хованский. Так что до новых встреч, пока!